Королю, приветствую, утро. Здравствуй, Димас. Здравствуй. Рад тебя видеть. Здравствуйте, ребята. Ну что, мы готовы? Мы готовы. Давайте прорываться уже. Время настало. Плюс 12. Жесть какая. Жесть, 12. Это очень мало. Да, очень мало. А куда он переедет, или там квартира? Куда он переедет? Там, может, родители, еще что-то. Не знаю. И вообще, ну вообще переехал бы я, конечно. Я бы переехал. А хрен это надо. Может что-то держит человек, мы же не знаем о том. Я человек вольный, меня мало чего держит, если какие-то неприятности возникают. Но это мое дело. Ну а тут герой, друзья, поехали. Артурка, ну выбор за тобой, конечно. Действительно, ты молод. Ехал бы действительно в какой-нибудь город и кайфовал бы от жизни. Русский город. Я приветствую тебя, Литр. Здравствуй. Ну, это тоже русский город уже, но там... 12 писа хорошо сам практикую под теплым одеялом. Нет, так понятно. Ну а если ты на постоянной основе? А зима на улице. Приятного там мало. Но тут у нас, смотрите что. Смотрите, какой красавчик. Пикидрам. Я не делаю исключений, между прочим. Видите, мы все равно идем. Вот сюда. Их пробьем. Стрим с утра. Просто прекрасно, Литр говорит нам, да? Но я рад. Я рад моменту этому. Честно говоря, он будет, наверное... Ну, по его 3 сыграем, может быть, я почувствую, что спать захочу. Пойду отдохню. Герцан, опаньки, здравствуй. Дядь, только не Говен включай. Только не Говен включай. Верой, все хорошо, мы в герой играем. Все хорошо. Дядь, здорово. Все топово у нас. Давайте вот стрелочку пропишем вот этому кандидату. Он носится там быстро. Так, 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 так. Блок. Еще один выстрел, да. Сюда. Жестко. Не пробитие. Какой-то КамАЗ эти произошел. На танке тот, который. Но хотя двоечку. Двоечку ему просто по печени. Крикулевич. Сюда. Добили. Вот они сильные, да, сказывается. Да нет, слабенькие. Все, дальше не пробитие. Тут вы не справитесь, друзья. Выстрел закончили. Вот он, ребята, Тираксор. Евгений Павлович, да? Забираем коробочку. Тенор не слушает только Говен. Я не знаю, что такое Говен. У вас же светает 6 утра. Ну, плюс-минус, да. Let's predict. Но у нас нет такого. Ты не спал? Ты я спал часик где-то. Коробку на 5000, это логистика. Шикарно. Еще логистика. Земледелие. Вот это красавчик. Ну, кто-то мне скажет, что Тарасар. Тарасар шикарный воин, ребята. Надо знать, как приготовить его. Таких красавчиков поискать еще надо, там дядя Алкин говорит, я лучше даже, да хрен ты знаешь, что значит лучше, так думаешь мне. Вон ангелы, ангелы тут обитают, титаны, я вижу вас уже издалека тут, птахельник, а у нас земля уже есть. А что вы, дядьки, кстати, у нас появится много-много магов, а они, кстати, тоже хороший ударный стак, но смотрите внимательно, здесь один есть нюанс. Дядя Алкин. Нет, пока. Возьмем вот этого кренделя. Зовут его Терек. Терек. Терек все заберет. Смотрите, вот этот парень, но он уже просто топ. Просто красавчик. Таких красавчиков поискать еще надо. Колодец прямо возле замка. И нету, ребята, тех самых, кто-то скажет, а нету же ламп, да похрен вообще. Кому эти лампы? Да мне и так нормально. Башня, она самодостаточна. Даже при том, что у нас мало... Горгуль. Это не влияет ни на что. Это вообще ни на что не влияет. Случай таковом. Выстрел. Еще выстрел. Главное, моральный дух. В порядке у него. Еще удар. Закончили. Выстрел. Сюда подошли. Сюда подлетели. Выстрел. Сюда идем. Они подходят. Подходят. Что мы делаем? Можем ли мы их успеть одолеть? Горгулю нам зарежут, тогда не будем податься с ними тут. А голем? А голем мы просто хейс дадим. Да убежим, в стороночку постоим. Выстрел. И еще один. 1500. Наши теперь. Все очень хорошо. Следующий герой. Это будет он. Кто такой? Это Алкин, мой родной. Поехали, красавчики. Он поехал. Смотрит, что тут у нас есть еще. Шахта золотая, ё-моё.
Ее надо брать, друзья мои, похоже. Только тут мувпоинтов много. Какая дилемма некая. Видим золото пока Алкину. Идем дальше. Там золото возьмем завтра. И вот что нам делать. По идее, с одной стороны, хочется пробитие сделать, да? А с другой стороны, хочется шахту взять. Но этим героем взять не можем. Кто еще? Она. Вот она хороша. И пойдет она вот так, друзья. И пробьет она нам. О, пока. Сможет ли она пробить эту армию, друзья? 2049. Изи вообще. Па-пам. Па-пам. Музыка, конечно, классная, башня. Да куда ты там не смог? А секундочку. О, другое дело. Конечно. Поросяти, поросяти в деле. Поросяти. 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 Вот они, поросяти. Ты поросяти, что творят? Поросяти просто выносят их, да, на выход. Ой, еще ангелы. Ну что это? Это игровая, ребята. Поздравляю вас. Это игровая комбинация наша тут. Следующий герой. Пойдет со мной. Дядя Саша? Дядя Саша. Были у него? Да. День рождения. Такое. Доброе утро, доктор Грин. Здравствуй. Утро доброе. И тебе желаю того. А дядя Саша нам шахту эту заберет. Хорошая идея. Это просто very good. Тест. Изучен. Сюда встаем. Два голема. Нет, даже три возьмем. Вот таким образом и пойдем. Если Саша он сможет, а что у него выбор есть? Нам золотая шахта нужна. Вариантов других нет. Шикарно. Конечно, шикарно. Выстрел. Отходим. Отходим. Отлетаем. Угу. Куда ты ломишься? Я иду. Спокойно, ходи тут аккуратно, а то голову отобью. Удар. Хорошо. Блок, блок. Удар. Еще удар. Спокойно, хлопцы. Топорами аккуратнее, они-то. Может быть опасно. Топором орудовать, думает. Да, похрен вообще. Вот тебе и пожалуйста. Вот тебе, ребята, и 55 колпаков, да? Без потери просто забираем все. Садимся в кабинет. И 1000 монет уже идет нам. Да, плюс здесь. Хорошо, это просто великолепно. Лес сюда пришел. Ну и что, у нас закончились мувпоинты, да? Где-то плюс-минус, да. Что можно сделать красавчиком нашим? Ну, туда вообще есть проходка у нас? Да. Значит, мы туда и выдвигаемся. Именно вон туда. А это кто-нибудь другой заберет, друзья. Терек. Терек взял, что мог. Все, плюсы, конечно. Шикарная, шикарная башня у нас. Даст ли он нам ее разыграть? Посмотрим сейчас. 3 единицы, ребят. Ну, что могу сказать. Шикарная, шикарная. Посмотрите на этого Тарасара. Просто топ. Ангелов было много. 3 башни. У них магов был отряд. Ладно. Ладно. О, у меня доброе утро, хороший каток. Благодарю, приветствую тебя. Здравствуйте. Не успели проснуться, игра уже в полную разгорает. Да, Джеграм. Доброе утро, здравствуй, здравствуй. У нас шикарный город. Башню вообще-то люблю, всей души, не знаю. Тоже крутейший град. Ну вот у нас стандартный тут отряд. Кстати, Кленси один из лучших, и там еще деньги тоже приносит. Товарищ славный. Вот это? Тоже прекрасно. Лампа там стоит уже. Дремив пошла смотреть, что тут колодец, но булава. Булава шикарная, лучшая из того, что можно предложить. Стрелка сразу есть. Ой-ой-ой, на 36 маны любой замок заберет. Только надо чуть горгулей больше дать. А он, мистер Кленси, имеет поиск пути, ребят. Трата уменьшена для него уже на 25%, скажем так. Шахта золотая, забирается налегке. Есть у нас тактика. Но это пока не главное, так сказать. Это пока далеко не главное. Так, ожерелье красивое. Но так-то пустынно все равно. Баллиста номер 2. Имеется она. В нашем королевстве. Дрейкон, такие герои, конечно, смачные заходят, но... Бывает такие, мои друзья. Так, ну сколько мы туда горгуль можно отдать? Давайте еще одну возьмем. По 3 горгули, да, туда отдать. Ага. Атака. 1 горгуля, 2 горгуля. Пускай вот так она и будет. И дальше на разведочку. Вот сюда пойдет.
Дойдет немного. Ну, кроме булавы пока. Видок плюс-минус интересный. Рейкон достаточно известный, да, персонажем. Такой, да, непростой, казалось бы, душой. Но Рейкон тоже хотелось бы проехать прокачаться, что ли. Вот это крутая заявка. Не, ну спору нет, конечно, красавчик. Самое, что интересно, и этого героя хочется пропустить по обелиску. Павлик здесь не нужен, как и Биноль. Но, тут надо забирать золотую шахту. Угу. Что касаемо Дрейкона, я не знаю. Но, на разведку надо давать. Хотя и хочется брать, но надо разведку давать. Чтобы понимать, есть, конечно, крутая корона здесь. Есть хороший кабинет, но я не вижу гигантов. И мы с вами расположены внизу где-то там, внизовьях града этого, да, прекрасного. Еще одна гаргулья, замечательно. Пойдем мы с вами в эту сторону. Что это такое? Не, это, конечно, выглядит сурово, друзья. На мой взгляд, это не игровая комбинация, но шахту мы с вами отобьем обязательно. Поставим големов на 2 стака. А еще купим гаргулей. И вот так расставимся аккуратно. У зрителей от башни глаза болят. Ну, а у меня нет, ребята. Смотрю прямо в экран. Больше, чем вы даже. Я прямо перед ним сижу. Но у меня не болят глаза. Это глаза у того, как болят глаза, в принципе. А у остальных не особо. Значит, с глазами что-то не очень хорошо. Хули они света боятся, понимаешь ли. Так. Стрелочку дадим. И выстрел выдадим. Сюда дошли. Здесь стоим блок, прожимаем его. А тут даже не нужно больше стрелочки. Да потому что мы заканчиваем разговор. С этим кентавром местным. У нас дача плохенько выглядит. Плохенько, да? Так ты не сказал бы, что. Нравится мне. Какая-то кривоватая. Нет объектов. Такая, знаете, ну вообще ни черта. Много, да, какие-то артефакты. Но нас не устраивает, да. Гиганты все на прошлом респе, да, так и есть. Мокрые. Да, пора ночной режим и башню создать. Ну, такие запросы есть, почему-то не сделали еще. Доброе утро. Здравствуйте, ребята. Гиганты все, да, так и есть. Вид лоу на месте. Настройка монитора нужно менять. Яркость убавлять, синий свет убавлять. Ну да, мне в принципе устраивает. 3 единички. Только респаун мне устраивает, а так-то. Герои хорошие, спору нет. Ага. Ну, конечно, поднастроить каждый может себе. Чуть оттенок поменять и будет интересно. Так, вот они гиганты, да? Я знаю, что Артур Дегати тоже поклонник этого замка. Точнее, этой фракции будет правильно сказать. Замок это вроде как касл. Для Литазра, говорю, я помогу вам. Спокойно, Литазр. Пока Фантомас посмотрит, что тут у нас имеется интересного. Дядюшка Фантомас. Чё гиганты тут у нас? Интересно. Антирезерв 2 лампы. Еще лампа за такими ребятами. Слишком до хрена ламп. Так много и не надо даже. Поехали дальше. Рассмотрим, что у нас тут. Ксарфакс руководит поездкой тут. Очень аккуратно, филигранно двигается. Есть увы. Замечательно выглядит. Так. Элрач. Доброе утро. Дальше не успел прочесть. Рад тебя видеть здесь. Доброе утро. Не знаю, откуда ты, но рад тебе. Безусловно, я. Что еще? Гаргули здесь у нас есть. Поедем мы на деревушку съездим. Деревушка находится вон там. А туда проезда нет у меня. Как проходить? Вот так пройдем. Объездом. С лучниками пока не хочется вступать в конфликт. Но они очень жесткие. Можно ли сразу демонтолога наказать? Вот эта штука, это очень штука интересная. Вау, дядя Тазер, но займись делом, друг. Да, хорошо. Что нужно сделать? Уничтожить у вампиросов, если там живут. Ну, пойдем. Угу. Существ обиталищ много в этот раз. Нет, тут хорошо. Тут надо разыгрывать. Что у нас, кстати, за артефакт? Ого, ну ни хрена себе, это надо играть. Что там, скорость? Плюсовая. Не, это круто. Плюсовая скорость, ребята. Топ. Стандартная расстановка.
Плюс-минус так всегда и ставим. Тут просто на вынос. Дядя Гулин таким образом входит первым, ребят. Входит первым, и он бьет. Аккуратненько делает это. Попово делает. Теперь что, выстрел? И все хорошо. Сюда вставили, чтобы бегали за ними. Теперь мы уходим в самый край туда. Дегулим. Здесь пока. Закрылись, закрылись, закрылись. Они не пробьют нас никогда. Даже если останется три друзья, похрен вообще. Слишком слабые эти друзья. Выстрел. Закончили. И все, на этом закончилось оно. А что за абонент? Блатной. Это с Валером часто играл. Или это так? Мне, кстати, снилось, что мы с друзьями около школы моей и такие, давайте перезагрузимся, как в игре. Что-то не понравилось, ошиблись, и мы, осознавая это, говорим, давайте перезагрузимся сохранёнкой и пройдем еще раз. То есть у нас в жизни внезапно появилась возможность загрузить сохранёнку. Забавный момент. Ну, решаю, парадигма разрастает, как режим короля, всех приветствует, чуток поспал, все хорошо. Рад тебе, добрейшее утро. 2000 монет от Тазара нам приступило в кабинет. Что дальше мы делаем? Ну, по-хорошему, ребят, надо съездить сюда и вернуться обратно, но у меня денег нет. А у меня денег нет, я хочу победить этих демонов. Значит, пойдем с тем, что есть. Да-да, пойдем с тем, что есть. Ну, хорошо. На том они и условились, что пойдут вот этой комбинацией. Что нам нужно сделать с вами, ребята? Я покажу. Разделить на три фланга вот этих големов мощных. Выстрел у нас немного, но есть скорость плюсовая. Сколько там демонов? Думаю, много. Мы до них не доедем? Нет. Печально, но казалось бы. А что вот это за коробка? Может, на нее двинуть? Может быть. Демонов пока нам не пробить. А что, может, действительно за коробкой побежать? Не знаю, кто там есть. В коробке той самой. Знаешь что? Что? Давай пока посмотрим, что там находится, да? Голем. Голем, этот не нужен, это тоже парниша. Немножко не с нашей аудитории. Вот это золото надо взять. Вот. Это золото. Топ. И таким образом у нас герой еще один появляется. Это Фиона Ларионовна. Шикарная девчуля мощная. Чем она мощная? Тем, что она может разведку дать. Ага, там песели. Это вообще опасное создание. С ними лучше не связываться. Лампа за ящерами. Обзорка. Ну, то есть тут, короче, тут все нормально. По сути, два цеха. Много ламп. По факту, ну, это играется. Это играется. Единственное, что я никуда не доеду. Лампа это нет, это сложно. Это тоже нет, туда лучше не идти. Демонтологи первое, что мне приходит. Что можно здесь пробить, друзья мои. Демонтологи, именно. Ну и армия нам не нужна в таком случае. Можно просто ехать выдвигаться. Вот. А в эти края, пожалуй, да. Ух, там много их будет. Мы пробьем их? Ну, плюс-минус, да. Если забрать отсюда еще ребят, то сделаем это. Плюсуем. Поехали. Сюда, этот утренний герой Паша. Приветствую сюда, этого красавчика. Рад видеть тебя. А, пригодятся на битве, да? Что за оппонент? Это блатной он играл с Валерием, я помню его. Да и мы с ним играли. Выход пески близко, удобно расположены. Ну, так плюс-минус нормально. Никой. Кто-то, я не знаю, приезжу следующий. Не успеваю прочесть, да, на самом деле надо шрифт поменять. Не могу разобрать. Как и ты, наверное, да, но я тебя вижу. Доброе утро. Хотя, там мне весь сказывает журнал действий. Не знаю, там где-то было раньше. Информация там. Надо поставить. Убирал многое. Не вижу, кто и подсоединился, да. Я что-то сценку из ХБ-шоу вспомнил про дед перезагрузись. Не помню такого. Добрейшее утро. Ликмор. Как режим у короля? Да нет, его друзья. Люблю, когда хочется. Но стараюсь утром не спать все же. В целом, сдача добротная. Где-то интересная даже. У нас хороший герой. У нас много ламп. У нас... Есть гиганты в двух кабинетах. Уже, да, имеются они. Много ламп. Один улей. Герои. Интересные. Пробьем ли мы вот эту лампу? Довольно сложно будет ее пробить, на самом деле. Вот ты покупай телегу на выстрелы, я вам так скажу. Вот ты бери телегу на выстрелы. Это правда. Правда, потому что там этих демонов будет, ну, штук 30, наверное.
Три денежки берет, и шикарно. У него больше рестартов нет. Сандал. Всем здравствуйте. Здорово, дружище. Здравствуйте, тебе. Здравия желаю. Сандал. 22. Он с нами, друзья. Ну что ж. Нет оппонента рестарта. Там неплохо было. Да там артефакт был крутой. Этот не хуже. Два грамотея сразу. Ну, ни хрена себе. Очень интересный момент даже. Дальше. Следующий герой. Он. Тут Федор Михайлович еще подошел. И компания в сборе уже. Забавный момент. Грамотеи все собрались, и магов кучка. Куча огромная. Пролемет мясо жрет. Пролемет. Говорит, я кушаю. Не мешайте мне. Кушаю, говорит, кушаю. Ну, кушай пока. Кушай пока. Набивай щеки себе. Федор Михайлович. Федор Михайлович прибыл по вашему, да, распоряжению тут. Возьмем две горгули сюда. А, две достаточно. Две более чем достаточно, чтобы забрать град любой практически. Со стрелкой замечательно. Есть гиганты. Шикарно. Поехали, посмотрим. Что еще в той стороне? Рынок есть прекрасный. Ой-ой-ой, вот это большой, сильно подкупает. Шахта золотая рядом. С несложной охраной, так сказать, сразу забирается. Что еще? Здесь пока остановимся. Петр Михайлович остановился на перевале этом. Еще одна лампа, да, пока не знаю, как взять ее. Так, немножко. Опачки. Еще 350 монет. Вообще шикарно. Замок. Будет повержен нами тут. Так, это сюда. И подвигаемся вот сюда, в эту сторону прекрасную, да? Золото 2000. Плюс свиток, да? Там уже выход. Защита огня, защита от воды, друзья. И он. Геон, да? Пойдет с нами он. Красавчик, замечательно. Можно? Он дядя Тазар, говорит, на этим не армии. Или нет, дядя Тазар, спокойно здесь. Дядя Тазар. Так, давайте мы сюда загрузим вот это все дело, да? На Геона, интересно, пускай он. Он нам замок захватит. Замок, ну, деревушка, которая там будет по дороге. Будет путан, если я буду замком называть то или другое. Ну, в общем, деревня. Тетя Ешта, Диверсант, да не, нормально. Тетя Ешта пока не видели мы. Живую даже. Это Дядя Тазар тут. Дядя Тазар тут обитает у нас. Так, немножко горгулище накинем, да, и... Или дадим на Тарасара. Компанию интересную тут. Что тут надо заметить? Вот големов ставим вот так, 3 по 3. И вот так вот двигаемся вот сюда, друзья мои. Шахта сразу золотая, это очень круто даже. Есть циклопы тут интересные, плюс гномы. Да кайф, надо играть, друзья. Бывает. Бывает хуже. А это, да вообще топчик. Все прекрасно, в общем-то. За башню играть. Одно удовольствие, я вам скажу, если такие вот, конечно, приключения не происходят тут. Ну-ка, пошел отсюда. Ладей такой. Еще придумал мне. Проказник, а, нормально. Ну, мы, кстати, забираем его больше, ничего не сделал. Только я сказал, это и он ломится в нашу сторону. На-ка тебе стрелку. По пузу. Да хрен тебе. Он нахрен отсюда. Чуть не пробил нам лицо, но... Вот так вот мы тут останемся. Этот Ctrl-Shift не всегда срабатывает. Меня Alt глючит. Так, и что мы дальше видим? Дальше. Будем действовать мы, друзья мои. Дядя Тазар у нас еще. Парень интеллектуальный очень. Интеллектуальный, да? В чем интеллект его? Потому что он поверит и посмотрит, что находится в той стороне. Может сразу и проверить его на предмет качества его? Ну, давай. Разведку возьму. Бери, конечно, дружище. Разведка, как ты знаешь, она всему голова также может помочь. Весьма. Я специально взял разведку, потому что, ну, штука интересная. Риза. Ризардсмун, да? Хорошо, Риза. Идешь с нами теперь. Отлично. Ну, то есть у нас полная компания. И на мой взгляд, это нужно играть здесь. Туда проходки нету. Ну, вот это плохо. То, что туда прохода нет, это в обход, за этой лампой ехать-то очень далеко. Либо через троллей надо ехать, троллей хрен пробьешь. Либо по-иному как-то. Ну, а тем временем... Пойдем еще сюда зайдем. Хорошая разбежка касаемо героев. Руда. Лес. Еще лес, есть улей здесь. Весьма интересно выглядит. Думаешь, игровая? Ну, думаю, да.
У тебя рынок, у тебя лампа. Доиграем, друзья. Есть гиганты. Помещение же есть, и вон стоит прямо. Все. 9.38, единственное время немного. Дядя, я что? Ну, нашел там что-то, друзья. А Федор Михайлович бежит дальше. Вон она, лампа первая. Хорошего образца. Легчайшим образом забирается она. Давайте глянем, что тут у нас находится тогда. А вот тут тоже лампочка есть, говорит она. Давайте эту лампу сначала приберем себе. Кто будет брать? Думаю, что она справится, друзья. Справится? Ну, конечно. Может, но что ей остается. Как мне далеко бежать? Уже надо выбегать. А дядя Тазер? Ну, вообще, он может туда армию отдать. Давай. Ё-моё, вот таких не делайте движений. Ctrl-Shift. Забрать все. Чуть-чуть, да? Ну, близко к тому было, чтобы мы тут сильно ошиблись. На самом деле, нормально. До дороги довезем. Чуть-чуть бывают такие моменты. Три семерочки было только что, да? Вон, смотри, котах получился. Идем, забираем все. Первая лампа, друзья. А я говорю, что это игровая. Она действительно удобна нам. Весьма, весьма причем. Выстрел. Отлично он. Сюда идем. Сюда подходим. Выстрел еще и даем. И блоки прожимаем тут. О, какой-то глупец. Наивный глупец. Наказан сильно он. Все. Изи. Изи тагет. Лампа. Плюс 5 джинов теперь. И вот так завозим. Блин, как это красиво. Но не очень. Придется двигаться туда-сюда нам. Отлавливаю одного джина здесь стоять. Ух, как это больно, а. Ох, как это больно. Но ничего. Пробьемся, конечно, друзья. Все хорошо. Идем сюда. Кристалл берем. Берем золото еще тогда. Это кто? Дядя Гноль. Дядя Гноль. Все при нем. Можем пробить. У нас есть стрелка. Изи. Доброе утро. Йорс Сентинел. Здравствуй. Доброе утро. Мне же это не снится, кажется, сразу летел грабить чужое королевство. Мы хотим земли. Мандаринчик, здорово, дружище, здравствуй. Френч, доброе утро. Огонь на снегу. Да, его не видели, нет пока. Мало объектов, нет. Все хорошо. Рынок у тебя овощной, это титаны, друзья. Титаны, титаны, титаны. Сразу вам говорят, титаны. Я вижу, где титаны, а где нет. А здесь они есть. Эта стрелка в зубы ему. Выбила полностью, причем. Сюда горгульку пока отставили. Хорошо, чертенок убран под стол. Сюда еще выстрел даем. Пущай будет он. Песель, жду пока. Хорошо, отлично все. Ждем, ожидаем. Выстрел по морде ему. Можно еще одну стрелку дать. Вот сюда, по адресу выдать ее. Чертята дружные ребята. Откусили лицо там. Прогулять, жить хочу. Дело оно хорошее весьма. Песельный центр накусил там. Чертята дружные ребята. Закончили два чертенка всего. Размен такой устроит нас. Хорошо. Хорошо и даже очень. Следующий момент. Надо посмотреть, что у нас тут находится. Ой, как приятно. Много. Взяли здесь. А также здесь. Экспертная грамотность. Он гиганты, между прочим, проживает по адресу тому самому дальнему. Что дальше? Туда есть проход, идем туда. Берем мы серу тогда. И у нас дача золота это. Хорошо. Тут немножко неловко получается. Я скажу, даже весьма неловко. Как можно это дело сделать тогда? 447 движений у меня. Придется крутиться туда-сюда. Этого бы не хотелось сильно мне. Тогда что будем делать? Слушай, вариаций тут много. Одна из них. Ну, это вот это вот из-за того, что мы там выезжали и заезжали. Вот это сейчас все на крип в кость немножко, да, происходит оно. Но все равно мы не балуемся здесь. Забираем все. Вставляем джина этого. Это уже быстро бегает. Он заслуживает такого движения. Здесь. Големы вместе, джины по раздельности. И метем их в клочья просто. Поехали. Дядя Тазер, он главнокомандующий у нас. Пробивает их на изи просто. Там птахальник стоит, ничего. Завтра подъедем к нему аккуратненько. Сделаем это четко и красиво мы.
Здесь на 2 стака, но даже лучше на 3. Чтобы нас не дошли. До нас не дошли, вот так ставили мы. Дальше, 7720. Сумма добротная. Как мне туда армию доставить? Ведь завтра поросят, хотелось бы пробивать. Ну так, чтобы мы достать могли, да? Сколько я доеду? Вот сюда, да? Тогда, в принципе, надо ставить героя туда. Low power. Ну и вот так вот можно замереть. А постройка голема приветствует нас в здании этом. Так, мечи, мы идем на битву. Красавчик, Андрей, что так держать. Чертенок под столом лежит. Ну, не шевелится он, да, уже больно ему совсем причем. Вот она стратегия, да? Шикарная. Патрулам поберется так же она. Хазар. Хазар хорош. Там деревня уже рядом она. Хазар туда-сюда съездит. Надо бы гиганта завтра забирать уже. Мы прямо туда вот и едем. Берем гиганта. Карма. Тут еще гиганты. Ну, в общем, титанов пятерка, а то и 6 минимум уже есть. 6 титанов. Манина, это доброе утро. Здравствуй, здравствуй. Друг прекрасный. Ну, а мы двигаемся дальше. Аккуратно, четко и размеренно. Еще одна башня. Просто замечательно. А там еще и обзорная башня есть. А Гаргуля аккуратно ждет она в моменте этом славном тут. Какая классная штуковина, просто обалдеть. Вот это башня, я понимаю. А вы говорили. Кто говорил? Никто ничего не говорил. И ты что-то меня запутал, Джок. И снова здравствуй. А чем я запутал тебя? Здорово, дружище. Снова здравствуй, здравствуй, здравствуй. Что я стримлю так много? Я ж машина, как иначе. Вот, стримлю, стримлю, оно приятно. Охочи, охочи. Вот ты бери ту штуку, а. Ну возьму. Я не наглый. Дерево, оно... хорош, ребята. Ну я же говорю, что тут что-то сладкое. Еще один цех ожидает нас. Забираем эту лампу. Там еще одна лежит. Охренеть. Охренеть. Ну такого темпа мало кто имеет, ребят. Темп просто невероятный. Просто невероятный темп. Угу. Выстрел. Удачи. Отправлен нокаут. В нокаут отправлен, да. Ну что, бьем его, ребят? Раздали, будьте наши. Забрали и эту лампу здесь. Итого у нас деньги есть. Как же нам поступить, я думаю, тазаром туда-сюда съездить, да и все, чтобы мы могли сегодня еще изъять деревушку на верхней стороне, она находится теперь. Так, то есть я сюда легко ввожу, где тазар поближе подходит к нам. Вот сюда пока встаем, то есть я могу позволить себе подойти к вам поближе, друг. Пускай Федор Михайлович туда идет, я думаю, джина ему хватит вполне причем. Джин пойдет со мной. Отличная, интересная ситуация. И Федор Михайлович устремляется к следующей локации. Вот она, еще одна башня. Ну, это что-то грандиозное, как и говорится, да? Две деревушки. Отлично. Это лучше, чем одна, конечно. Теперь уже у нас две деревни и главное... Главное здание. Джин останется с вами. Да, хорошо. Ты смотришь стрим, смотришь потом мастера смена. Ну, типа того, было ваше, стало наше. Я сегодня смотрел, потом вроде попрощался, ебать, 7 утра, опять бедов 6, на самом деле. Здорово, Джок, еще разочек. Ты говорил, кто-то где-то говорил. Есть такой момент, башни-близнецы есть, есть. Я тоже смотрел Валеру тоже. Валера спать пошел, устал он. Сколько титанов можно сделать? Ну, я думаю, что много. Большое количество. Мы здесь находимся, сюда передаем. Есть у нас армия уже солидно выглядит. 3 семерочки, Котах. Что происходит, мистер Котах? Ну вот, 3 семерки на табло тут светятся. Ну что, едем дальше, едем дальше. У-у-у, Пресвятой Януариус. А вот это не пробить нам здесь. Это лучше не соваться даже. Это лучше не соваться даже. Это отхватим по морде. Я сюда тебе не советую лезть ни в коем случае. Только ни в коем случае не думай туда лезть. Вообще ни разу. Вообще ни разу.
Понял вас. Если понял, то слушай мою команду. Я пока лидерство возьму все равно, да. Золото беру. Ну что, походу надо ехать за этой лампой нам. В таком случае. А кто мне гиганта возьмет? Ну да, ну да. Ну ничего, друзья. Что тут интересного? Мельница. Плюс мельница. Это две мельницы. Туда проходки нет у меня. Зато есть тут 5 жемчуга. И вот тут еще возьмем что-то интересное теперь. Нельзя сюда ехать. Нельзя. Магическое число, я тоже так думаю. Оно наполнено моментом этим. Что же нам дальше делать? Я не могу сюда проходить. Это крайне опасно. Это очень опасно. Это мега опасно. Любая мораль нас хоронит там. Да, да. А если мы что? Так, так, так. Не знаю, друг, это очень такой момент. Пропастижно может получиться. Стрелка есть, да, но и все на этом. Любая мораль и добрый вечер. Там до хрена, не надо лезть туда. Ни в коем случае. Выспаться? Нет, не успел. Не успел пока выспаться. Но не хотел спать, так скажу. Что могу я сделать с этим? Ничего. В общем, возвращаемся. Возвращаемся на исходную. Херню тут не маемся. Погибнуть не хочется нам. Закончили упражнение. Да нахрена? Нет, не надо туда лезть, друзья. Ни в коем случае, вообще никогда. Что мы будем делать? Ну, сделаем по-другому. Армия ВК тут немножко застрянет у нас. Мы с вами. Заведем деревню эту. В принципе, да не стоит заливки это. Минотавры, да лучше с ними не шутить. Одна мораль, ты проигрываешь битву. А там поросята стоят, их еще много причем. Я думаю, может троллей побить. Может троллям по морде дать. Их там тоже много. Тут либо вариант сюда бежать, либо троллям по морде дать. Тролли по морде дать троллям, да, это сразу сапоги тогда. Плюс лампа. Лампа позволит больше шансов пробить минотавров, у нас будет ударный стак. Я думаю, что мы сейчас назад отъедем. Заберем эту паги. Возможно, через Тазара тогда сюда все передадим в итоге. Угу. И смотрится уже хорошо. Здравствуй, здравствуй. Дакит. Дак, Дейк, Дейк HD. Утро доброе. Рад видеть тебя в моменте этом самом тут. Выспался? Да нет, нет. Вчера угорнул. Захожу на Twitch в реках Вавастик. Захожу к нему. И первое, что слышу, больше я с ними играть не буду. Думаю, это знак. Ушел с Твича, пошел на трубы танки смотреть. Кем он играть не хотел. Так, через месяц после операции убрал костыли. Сейчас уже хожу, не хромая, не болит. А не меня осталось, отекает нога. И если сидеть на стуле, приходится еще задираться на стол. Анализ нормальный, в принципе. Ладно, Игнат. Я думаю, что все получится, дружище. Так что, все окей. Ну что у нас? Что нам надо сделать, друзья? Надо пойти забрать вон ту штуку у троллемета славного. Троллемет, готовьтесь, мы будем бить вас. Кексик сладкий, приятного настроения и тебе желаю. Утро доброе, красавчик. Поехали, сюда зайдем. Они зашли, заходим. Иди сюда, троллемет. Троллеметов 20. Не так, чтобы много. Самое главное, что у нас есть, ребята. У нас есть дядя Голем, а он очень хорош. Очень хорош. Вот тут вообще один встанет, и он не пройдет. Не пройдет. Никто не пройдет. И вот так вот и стоим аккуратненько. Вот и славненько. Стрелочка по морде. Выдана. А, так он же все равно полечится. Дайте хейс мне, по-моему, а. Ну ты гнос, а. Что дает? Это приятный был выстрел. Так, надо текать. Надо по морде стрелять ему. Destroy them all. Да, мы это как раз и делаем. Какую-то дрянь дает мне. О, хорошо, видите, как мы задрали люки здесь. Дестроим их. Хорошо, топчик. Нас тут много, да? Давайте сделаем так. Так, так, о. О, хорошо. Так, так. Так.
И что в итоге один голем погибает у нас. И все на том, друзья. Закончилась история. Это утроле сегодня она. Атака хороша. Ботинки. Три семерки снова было, я видел их. Их видели все в итоге тут. Как мне это все изъять? Тут даже дядя Тазер, наверное, не сможет мне помочь. Но. Это же просто жесть. Я не вытащишь, а тут у меня джин. У него джин, но все равно там застрянет надолго. Кто еще у нас? Федор Михайлович. Говорит, я дышу очень ровно. Я буду тут таверну себе. Так, здесь таунхолл. Хорошо, да, солидно все. Далее, мы не будем отсюда забирать ребят, пока нет в этом нужды никакой, причем. 1000 монет хорошо пойдет. Для строения замка нашего, друзья мои. Мы тут прямо на титанов сразу выходим и не думаем ни о чем другом. Титаны, сила, остальное мелочь полная. Пузатые причем. Забрали еще красавчиков отсюда. Так. И таким образом я могу вывести этих ребят. Ну, чуть-чуть вывезешь. Так, все, джин остается здесь один. Можно ли ему оставить сапоги? Да, пускай будут у него сапоги, чтобы он завтра углубился, друзья мои. Глубоко и серьезно. Движение выполнит красавчик наш. 14 красавчиков. Такой объезд. Немножко неаккуратный он. 82. Ну что ж, вот это заезд интересный будет очень он. Можно ли нам так заходить? Лидерские качества проявил, да? Может ли он их одолеть? Вопрос. Достаточно интересный здесь. Минус 12 джина, 18, да. Банда сурово выглядит, друзья. Удача, да, хороша. Но они сейчас двинутся на нас, друзья. Мистер Минасьянс. Минасьянсы идут на нас. Троечку, да, пробиваем? А если я, допустим, ударю... А, сюда, да? Дальше. Стрелка. Белка, стрелка. Ровно 50. Ровно 50. Допустим, вот по этому кабинету. Его больше нет, ребят. Он-то точно в джинов коннектится. А мне бы не хотелось этого. Мне типа улетать, это тоже не очень, ребят. Давай, Хейс, пожалуйста. Ну что ты, да, дерьма надавал. Дерьмо, да, бывает оно, выдается. Иногда причем. А, джину сняли голову, но ничего. Джин, да, погиб там, друзья мои. Не очень приятно. Хорош. Упакевич выступил. И этот выступил, да, нормально выступаем тут. И патроны кончились. Отличное выступление. Джин, всего-то джин. Прекрасно, замечательно. Так. Блин, почему тут джины не остаются? Потому что там опасно было. Логично все. И мы с вами двигаемся, собираем золото. Его немало здесь. Немало и немного. Слушайте, ну и тут явно мы выходим на титанов, да? Только вопрос в жемчуге, так сказать. Еще один цех, да ты что? Да, цехов оказалось здесь немало у нас, ребята. Очень даже немало. Еще один цех. Нет, это гиганты. И что мы с вами наблюдаем в итоге? Наблюдаем интересную картину, в общем-то. Каким-то образом нам туда уже будет проникнуть нам, да? И забирать там все, что имеется. Замки, главным, можно строительством заниматься будут. Руды у нас нет, да? Ты что? Нет руды. А я мог ее взять? Да, если сразу пошел сюда. Минус день получается, ну так-то да. Ну ладно, таунхолл тогда. Денег много не бывает, друзья. Пригодятся нам они тогда. Хорошо. Далее что? Далее на зайка за поросятами. Прекрасными ребятами. Проживают они вон там. Надо бить их по морде. За дела такие, да? Поросята. Мы тут живем.
Хотите получить по морде, ну? А вы что, сможете выдать нам? На, поросяте. Минус Жен. Минус 16, Колпачкевичи. Хорошая ли это потеря, я скажу, это идеальная потеря. Идеальная. Да лучше и не сыграешь там. Гигантометр, бываете с нами? Да легко. Легко, говорит. Если предложите. Так, ну что мы можем сделать? Туда каст. Хороший он. То есть, шикарно. Блэс. Нет его. Это, конечно, интересно все. Бустер солидно выглядит. Еще каст. Еще блэс. Петра Павловна. Закончили красиво мы, да, такой разговор. Удачно вышел тут у нас. Гигантометр, вы красавчик. Да-да, я еду с вами тогда. Хрен ты выглядишь. Хрен ты выглядишь, называется. Золотую рыбку эту отсюда. Да надо вывозить, а как я вывезу? 354 мувпоинта останется у меня. Эти вот говнюки, они все мешают нам. Да? Да ладно, может вывозить и не надо. Покажите, что там дальше. Еще цех, да ты сумасшедший, так немножко. Ты сумасшедший, так немножко. Но он точно сумасшедший, похож на него? Ну, конечно. Ты посмотри на эту ситуацию, Пресвятой Наварис, а? Что происходит тут? Тут, конечно, невероятная комбинация. Невероятно. Ты видишь это вообще, что происходит? Вау, 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 еще раз так скажу. Щиток грандиозный. Деньги не заканчиваются, вот эту хреновину. Ну я возьму, но сдадим где-нибудь. На что-нибудь интересное обменяем. Кристалл. Кристалл. Кристалл беру. Это беру. Назад ухожу. Здесь. Взяли. Взяли, сера есть. Взяли, нам любой ресурс пойдет. Вот плохо, что там на один день мы опоздали. То есть можно было титана уже строить. Буквально через день, друзья. Сейчас бы уже гигантов ставили, а завтра титанов. Первых из них. Первого титана. Кстати, да, мы никак титана не поставим завтра. То есть я должен сюда заходить без них. Ну, типа того. Ну хорошо, тогда мы возьмем лампа больше. Так уж и быть. Ну что, можем мы второго героя сюда заслать? Вопрос, конечно, интересно выглядит. Кто у нас еще кто не хоженый? Я. Хочу ходить здесь, друзья мои. Она. Девчуля хороша. Скорее всего, просто ждать здесь. 670 мувов сгорает тогда. Но ничего. Просто цехов. Тут можно не вылазить. Двадцатка титанов. Единственное, что нет утопии для апгрейда сего. Да, значит, может прорываться, я не знаю. Но выглядит очень интересно все. Очень интересно. То есть я на 764, мне остается 700 еще где-то. Сколько тут двигаться? Это 1200. Ну то есть он оттуда мне не вывезет толком. Герой этот известный. Угу. Так, 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 так. Ну и как мне двигаться? Ну типа, а маги по морде не дадут? Нет, наверное. Наверное, или дадут. Хрен знает его. Что у него в голове? А если мы с вами? Так, да, встанем. Там что? Там какой-то стоит еще тип интересный, он весьма причем. Как же это неудобно вышло, а? Ну ничего, ерунда. Бывает и такое, друзья. То есть мне типа туда ехать нельзя. Тут герой сгорает один за одним, друзья. Один за одним. Я, скорее всего, наверное, на этих ребят нападу даже. Я имею в виду на эльфов, да. 1400. На эльфов мы нападем. Упаков потеряем, что ли? Не знаю. Какую-то часть, наверное, да. Таунхолл, друзья. Ну что, не ждите какой-то темпа, короче говоря. Не ждите особо темпа, потому что, скорее всего, мы тут будем титанов забирать всех вообще. Как мы будем улучшать? Я не знаю этого.
Жемчуга у нас пока маловато, на самом деле. Надо искать эту библиотеку, где можно один к одному менять. Минотавры что-то делают. Либо, может, я-то не знаю даже. Либо даже не знаю. По проходке у меня нет, снегом все завалило тут. Руки Жерара там лежат. Что делают, лежат. Големов не могу убирать, не просите. 1-2-2 выйдем, не знаю. Кандастар. Здравствуй, здравствуй, Юрий. Приветствую тебя. Ого, Кандастар. А ты тоже не спишь, дядька, да? Ох, нам пришел сам Кандастар. Юрий, тот самый. Шахматы, что играет. Прикольный мужик. Такой рассудительный. По нраву мне. А это стример, если кто не знал. Стримит время от времени героев. Шахматы. Любит так же он. Ахо можно продлевать? Да-да-да. Шахматы топчик. Мне нравится этот человек. Я вообще люблю таких вот такого типа людей. Рассудительные. Не горят. Четкий. Четкий парень, так сказать. А, это Тива там лежит. Так, ну что, 18 минут оппонента. Давайте глянем наконец-таки, что у него там есть. Замков у нас больше, там болезка никакущая пока еще. Ну что, титановый уважается. Ну, либо это гигантов мы наберем с вами. Вот знаете, вот завтра уже можно было титана улучшать. Понятно, кто-то скажет, да как вообще? Ну, не, нет, конечно, не улучшим. Нет, у нас жемчуга маловато. Если мы не найдем эту кабинет, то никак. Нам надо вот эту штуку завладеть обязательно. До конца недели. Это 100%. Далее. Заведем вот эту лампочку. Плюс 6 жимов. Замечательно. И ровненько, смотрите, как подсчитано. Чего-то оно. Дальше. Ты вообще сколько спишь? В этот раз часочек. Айсард, здравствуй. Даже когда арбов удаляю, или ангелов, скелета превращаю. Как вариант. Алей Патисон. Всем здоровья мощнейшего, красавчик. Так, ну что мы делаем дальше? Ну, дальше, ребята, будем действовать мы. Красиво и легко причем. А, слушай, у нас же есть... так они же даже и не стрельнут в нас. Это же эксперт под джином, у нас плюсовая скорость. Пошли нахрен отсюда вас объезжать, надоело мне. 2 стака стали. Вот его мердейшество, а. 2 стака. Ну, это, конечно, нехорошо выглядит. Ну что, я им лучше этих отдам? Блин, они так больно сделают. Ладно. А вон один. Хорошо. Четко вышло. Вот тоже хорошо. Здесь просто подблочить. Надобно. Что он там? Мастер Жина убрал. Одного, ну одного ладно. Один не смертельно опасно. Еще стрелочку. Еще удар. Хорошо, хорошо. Ну, оно стоило того. Не буду же объезжать всю жизнь тут. Так. Далее что оставил? Красавчик Джок, пей первым, вторым поздно будет. Да, все верно. 18 джинов. Ну, я не ставлю тебе джинов, все равно обойдешься. Джины нужны самому сейчас. И они поехали. Двигаемся в эту сторону. Давайте Тазара пощупаем, может он что-то может все же. Давайте его пощупаем. Насколько он хорош. В моменте самом тут. Там же еще маги, вот эти архипелаги. С ними-то как дела иметь. Они нам постреляют всех этих ребят. Ну и хрен бы с ними. Давайте Тазара посмотрим. Уже разведку, да, хапнул у нас? Может, что-то еще возьмет? Интересно. Ой-ой-ой, вот это. Я думаю, что моя реакция тут будет в порядке, ребята. А дышать воздухом дело хорошее. Но по-другому никто еще не научился, да? Из людей здесь живущих. Ты посмотри на этого дядю Тазара. Я поиск пути возьму. Он нам нахрен не нужен, дружище. Он тут и не нужен, твой поиск пути, ты понимаешь? Это... Да-да, понимаю. Ну так и не бери его больше никогда. Вот и знай о том, дружище. Ну и дядя Тазар, он все понял, друзья, и...
Все на борт нам передал тут, понимаешь ли. Тут же у него останется, да? Ну так получается. Тацку снимай немедленно. День шестой. Ты посмотри, денег много. Жемчуг надо на самом деле вон тот. Заберем его сначала. Как же мы тут катаемся, а? Славно получается вообще. Забрали просмотр. Взяли так и так еще. Так тоже хорошо и весьма интересно все же. Ты посмотри, деньги-то они в приличном количестве здесь. Действительно. Четверка денег. 19 тысяч. То есть по жемчугу мы только не проходим, так-то титаны становятся. Даже на завтрашний день. 100-249. Это что происходит? Это Пресвятой Януарис тут живет, да, походу? Давайте пригласим его в гости к нам. Обалдеть. Заходим. А тут 7500 монет. Я же говорю, титаны. Да, да. Иннокентий Смоктуновский. Дай ему по морде здесь аккуратно. Так. Так. Дядя Кеша. Лечение хорошо. Лечение хорошее изделие. Выстрел. Сюда вот ходим. Гигантометру по морде треснул. Что? Что? У него здоровья не осталось, вот что. Уходи, гигантометр, я ухожу. Ты что, обалдел немножко, есть такой момент. Ха! Сколько там? 3 хп. Ты, конечно, танкер еще тот, конечно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ай-ай-ай. Ну, ни хрена себе. Я даже боюсь его под... Полегче здесь. Палящий красавчик. Ты понял, да, как это происходит? Ну-ка, ну-ка. Wait. Ушел. Ушел. По морде выдал. Не надо бить никого. Обойди стороной его. Хорошо, дядька Джин. Идем сюда еще тут. Ни хрена себе. Вот это нежданчик, друзья, какой-то вышел тут у нас. Такую мусорную яму вы даете мне, ну? Гигантометр там немножко, ребята, уже подумал, что ну его нахрен вообще тут жить даже с ними. Сейчас, наверное, дядю Голема мы будем включать на эту экспозицию. Было близко, опасно даже. Ох ты, какой красавчик вышел, да? Так, земледелие. Земледелие хорошее изделие. И у нас еще множество денег теперь. И нам надо съездить вон туда обязательно. Значит, надо бить их в рукопашную, что ли? Или нам вообще не делать это? Но там по-любому герой надо. Ну, блин, архимаги, такая жесть. Это очень жесткие типы, прямо максимально они. Как нам могут надавать нам? И не утащишь даже. Да ладно, дадим колпаков. Думаешь так? Ну да. Ладно, и они поехали сюда. Минус 21, минус 2. Ну это многовато, минус 2. Меня такое не устраивает, друзья. Пускай они стреляют вон туда. Кого? Ну, в этих ребят пока. У нас есть, стрелка есть, да? Морде дали ему. Молитва хороша. Все, туда не надо давать, друзья. Да, ерунда. На, поморде себе. Сюда. Пошел гигантометр. Удар сюда. Восьмая, да? Хорош.
Ну, так-то добро все. Добро, да солидно. Теперь, ребятушки. Жемчуг там он есть. Вот здесь вот этих самых немножко монет. Руда, кстати, заканчивается, между прочим. Берем ее также с собой тогда. И сапожки мне оставьте. Она идет сюда, друзья. Пробивает этот кабинет. Мы идем за тем гигантом, который там живет. Хорошие касты вообще. Недурно выглядят они. Удар, еще удар, законченный разговор. Солидно и даже отлично. Минотавр, мы к тебе идем. Визит к Минотавру. Визит дядюшку Минотавру. Ого, балтец, какой сытный тут. По морде выдан он. Солидно тут. Ох, хорошо как оно. Да лучше и не придумаешь, я так скажу. И они чешут в нашу сторону. Интеллигентно, парни, настроены. Тут я встану, чтобы они не прошли. Можно ли бить еще, друзья мои? Я думаю, что нет пока. На исходные ушли. А сюда, сюда и сюда. Вейт пока. По морде выстрел тогда. Гигантометр, отойдите в сторону. Он бьет сюда. И что, он выжил, друзья? Кстати, если эта штука подойдет, по морде даст нам сильно она. Что можно сделать? Можно шаталин сквад вызывать, да? Да, да, можно, конечно. Название, конечно, странное весьма. Так, ну что, мы идем сюда? Сюда идем поближе. Тазар. Тоже пускай выдвигается. 27 тысяч, 28 даже. Что стоит за месяц? Это надо искать где-то рыночные отношения хорошие. Может быть, на эту штуку заехать? Мы там еще не были. Хорошо, нормально. Гигантометр в порядке. Пойдет. 3 хп, это, конечно, жестко. 616 шост на месте. Красавчики, ребята. Ну что ж, даже не спите тут, да? Заходим в этот кабинет. Достаточно известный кабинет. Гигантометр живет. И шалит очень сильно он. Как же будем кастовать? А сюда, сюда, сюда. Слабовато пока. На самом деле, доброе оно, друзья. Выстрел. Минус 2. На одного джина, да? Это лучше, чем погибнуть. Это бесспорно так. Что дальше? Что дальше? Мы отсюда сегодня не выйдем. Вот что нужно понимать. А день 7, да? День 7. То есть нет смысла даже выезжать, я так скажу. Значит, мы едем. Заезжать будем в таком случае. В таком случае мы будем не выезжать, а заезжать. Вот и все, что можно тут сказать. Взять здесь. Хороший вариант событий ведь. Забрать сюда и идти в битву нам, друзья. Хорошая вариация. Солидная, великолепная, просто шикарная она. Вот это возьмем с собой. Ну тут опыт еще к тому же. Дело хорошее, но. Это тут не гигантница. Прикол хочешь? В чем заключается? Почитай как смайл. Да, и пока немножко занят. Серега. Ой, Серега. Константин. Константин, конечно. Костя. Ну, немножко, видишь, битва у нас идет. Она такая достаточно серьезная. И мы влетаем сюда. Вейт пока. Каст. Полных барахла надавали нам слегка. Можно гигантометр туда вмазать легчайшим образом. Закончили и выступили. Забирать я не стану их пока. Их можно набирать в любой момент. Теперь вампиры. О, да ты что? Неужели я не успею туда? Нет, ты не успеешь туда. Ну, ни хрена себе. Это сколько тут титанов получается? Да титанов понятно, что получается какая-то когорта прямо. Но сможем ли мы это все вывести, вопрос. Он следующего образца тут. Можно ли это все вывести? Десятку кладем, достаточно.
Это ж как ты так не убил? Эйс. Хорош. Топчик. Ларион Михайлович, да? Так они нас не пробивают. Так тем более даже. Руки просто убрал и баллисты добрал. Надо забирать тогда здесь. Это же вообще не вывозное получается пока еще. А можно их загрузить здесь? Кто знает. Ну нет, это же не шахта даже. Подписку даже оформили, ничего себе, прикольно. Всем здравия и мощи, Соболев. Приветствую тебя, здравствуй, красавчик. Я тебе желаю того. Здравия мощного, конечно. О! Жемчуг — это то, что мы искали на самом деле. Ну что, мы тут ползать-то не будем навсегда слишком долго. А там хоть есть проходка? Это неизвестно мне. Надо сюда еще армию подвозить. Где-то там, непонятно где. Петр Михайлович тоже жемчуг прибрал. 20-ка есть. Ну почти титаны на самом деле здесь. По деньгам мы точно хорошо вписываемся, да? Весьма причем. А давай удачу на удачу возьмем. И как нам это вывозить? Тут, по идее, надо еще одного героя нам брать. И как это все улучшать? И как это все улучшать? Сапоги у меня есть. Константин, Константин. О, мельница. Постройка сегодняшнего дня. Что мы построим, друзья? На мой взгляд, хороший вариант — это гильдия магов все же, да, нам? На титанов надо выходить по большому счету уже. Ну, там ничего особенного. У оппонента по замкам одинаково. Мэм сделал. Почему? Почему? Ты так думаешь? Надо как-то постараться армию провернуть все же. Давайте возьмем такого красавца себе, а еще вот этих ребят. Ага, и... А, сбоку себе возьмем. И сюда этих ребят тоже приберем. И таким образом мы можем героя поставить сюда и подвезем завтра гигантов, друзья, и будем ломать все это, что тут стоит. Отличная идея, шикарная вообще. Закончили разговор, едем дальше теперь. Ну ни хрена себе. Да ты посмотри, как это собрать вообще. Тут же цехов просто как грязи. Очень много их. Но пока Тарасар все равно дядька лучше у нас. Экспертная атака. Земля, однако. Ой-ой-ой. Это что за расклад такой? Что за расклад такой? Ага, в порядке, не надо ему рассказывать, что мы не выходим пока. Пускай на мандраже сидит. Все нормально у него. Сколько цехов? Раз, два, три, четыре. И мы еще не все эти успели нанять. Ничего страшного, все равно всех денег не хватит, ребят. Четыре кабинета, но они довольно рядом находятся. Наша основная задача — вот этого парня прокачать. Это же лампа, я не знал, не знаю даже. For glory. О, за базака, мой генерал, for glory. Рад тебя видеть, красавчик мой. Здравствуй, генерал. Отлично настроен. Желаю тебе. For the king. For the brotherhood of the king. Да, СПБ. Амбары пустили после того грейда. Но нет денег у нас на это. Игорян из меня мем сделал. Ну так это ж как вариант. Дня три, да не факт, друзья мои.
А куда мы вообще торопимся? Скажите мне. Ну, нам бы какую-то по-хорошему найти утопию. Дракон. С драконом где живут? А, вот еще один цех. Это мы считали, 4 цеха и есть. Сумасшедший респаун, абсолютно ведь. Да. Цех, 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 еще цех. Много цехов. Лучше, чем ничего. Артов нету, есть на самом деле. У нас есть щит на 4 армора. На 5 даже. А еще меч на 2-2. Нормально. Весьма. ЦХ не собирать. Джесси Фрон, почему? Ты считаешь так? Их надо все собирать, но надо как-то аккуратно выезжать. Знаете, что надо будет сделать? Что? Нужно нам землю докачать, желательно сделать так. То есть, по идее. По идее, так скажем. А зайти гиганта взять? Надо сюда армию доставить еще. А это что имеется в виду? Это взять отсюда гигантов, а их прирастет 3. Этих 3 гиганта сюда привезти. Потому что надо будет ломать цеха. А это ударный стак. Гиганты именно. Отсюда гиганта взять. Итого 6 гигантов. Они раскроят кабинеты местным жителям там. Таким образом. Мы заберем их всех. А вот этого парня, надо уже домой отправлять. Домой отправлять и подвигать немножко вот к этому месту событий. Продвигать, да. Потому что, ну, надо еще много чего интересного сделать нам. Здесь Джин, это хорошо. И там Джин. Может не делать титанов. На титан мы не можем с них сделать. Титанов. Но если и сделаем, то не все. Короче, тех, что получится титанов сделать, мы сделаем. А то, что не получится, мы не сделаем. Смотри, у нас как ресурсов много. 49. 43. 40. Друзья мои, это очень много. По 151 ресурс. Тут получается 6000. Плюс еще 6000. Ну, чуть больше. Плюс еще 6000. 18000 ресурсов. Они нам абсолютно не нужны. Может быть, персонажемчик менять придется? Да, будет поменьше. Ну, короче, 1020 у нас только в ресурсах есть. Но нам нужен еще жемчуг, много банков не видно здесь. А жемчуга надо много. А у нас даже шахты нет. Поэтому, скорее всего, просто ресурсы придется менять. Да. И даже, видите, тут колпаков не выкупали. Ни в одном кабинете, ни во втором причем. Не, я не выспался, я часочек поспал. Ну, в смысле, не хотелось. Какой-то у меня активная фаза. Спать не хочется, от слова совсем. Какой-то жирный через, давно таких не было. Просто сумасшедший респаун, еще бы тут утопию где-то поставили. Но утопию не нашли. Утопию не нашли. Пару утопий еще, знаете, тут возле дороги. Выходишь отсюда с 20 титанов. Ну да, это сильно. Но там тоже, скорее всего, тоже может быть неплохо, ребят. Если у нас здесь титаны, значит там ангела. Это надо быть готовым здесь. При таком раскладе. Что нужно сделать? Забрать здесь 1000? Забрать гиганта. Либо сразу забирать гиганта, не забирая 1000. Но 1000, конечно, дело хорошее. Какой у нас доход? 4350. Нас всегда, кстати, заметят, доход хороший. Я, играя за любой замок, стараюсь выстроить экономику. Да, у нас нет этой шахты, но она далековато находилась. Но экономика, она очень важная составляющая в игре этой. Это оспорить сложно даже. Потому что оно так и есть. Даже вот эти цеха, ну в смысле эти виверны, они тут, в принципе, не нужны. Виток. Виток 4-го левела где-то. Кстати, на мельницу сгонять, там 2000 еще, да? Надо ехать туда. Сейчас еще за мельницу поедем, 2000 соберем. По монетам всего лишь 20 тысяч грейд. Ну, то есть мы легко по монетам въезжаем. А вот по жемчугу есть сложности у нас. Но он плюс-минус еще где-то есть. Вот одна кучка, да? Вон там еще одна, ну, там далековато. Там плюс 2 костра тоже может быть, друзья. То, что надо нам находится там. Вот еще, это мы считали уже. Но этот костер вряд ли возьмем. Ну вот еще, да. Ну, я думаю, что мы поставим. Нам бы рынок, знаете, какой? Один на к одному поменять на жемчуг. Мы такой не видим. Фабрика такая есть, крутящаяся. Да, я видел. Ну, на самом деле титанов будем ставить, друзья.
Будет часть титанов, часть гигантов. Понятно, что на всех нам денег не хватит. На первую очередь жемчуга. Но я думаю, что 5 у нас будет титанов. А может даже 6 и 7. Арен Терри, доброго здравия. Рад тебя видеть. Никопа, блатной, конечно, очень он. Очень интересно. О, так уже 7 часов, да камон, а я тут пытаюсь говорить очень тихо. Я все такое шепчу. Как это надоело мне, а? Ну что ж, доброе утро, друзья, камон. Да. Гномятни не получится взять, уже взяли гномятни. Там было 7500 монет. Там замес был, где 3, у гиганта 3 хп осталось. И да, можно вернуться из центра. Ну да, литр на месте, хорошо. Главное, шептунов не пускай. Шептуны кик онлайн. Это у того, у кого с пищеварением сложности. У меня с этим все в полном порядке, в общем-то. Будем того соседа. Ну, будить так, в принципе, не обязательно. Но говорить можно уже нормально. Гуси, Валерий, ты проснулся уже? Планку ставим сегодня, наверное, после того, как будет второй стрим. Мы-то сейчас БО3 играем. После БО3 пойду отдыхать. А вот когда повторное будет включение, возможно, планочку сделаем. Ты думал, я спал, а вот нет. Не спал. Часочек. Может, полтора. Я лег, наверное, в 12. Плюс-минус так. Проснулся. Да, я, наверное, 2 часа поспал. Это 2 в 3. 2 пол в 3. 3 даже не было там. Окей. Поехали, но хочет плюс один день. Хорошо. Хорошо. Не новое, а загрузиться. Многопольская онлайн. Создал. Хорошо. Плюс один, да, это значит, что там... Динозавр говорит, что там не очень хорошо. Так. Так, приветствую. Крифан, здравствуй. Приветствую тебя. Ну что, все шикарно, друзья. Плюс 1000 монет для нас она. Плюс гигант отсюда тогда. Здесь мы еще not visit пока. Ух, еще 2 жемчуга. Шикарно то, что мы искали и нашли тут. За джинами больше не едем. Заходим в кабинет местный тут. 44 красавчика. Ну, ни хрена себе. Собралась у вас огромная банда здесь, а. Ни хрена себе. Ну, ничего себе. Недавно стрелка не помогает тут. Ну, что-нибудь... Ну, выдали что-то там, конечно. А они ползут в нашу сторону. Дядьки, конечно, опасные. Ого, как их бить вообще? Дайте гигантометру брони. Тут что-то битва какая-то жесткая тут намечается. Так, Джузеппе, уходим оттуда. Каст хорошая штука тут. Помолился ты ли на ночь, мистер Ящер? На тебе. И он дал ему, конечно, что остается. Делать с ним. Это вы хорошо придумали. Да-да, мы стараемся очень. Красавчики. Ну и он упал, на что? Упал, лежит, не шевелится, как говорится. Дело, но хорошее. Ну, хейс, во. Топчик. Еще один озорной. Вот это, да, лидерство берем. Да, не знаю даже. По сути, мне и лидерство так-то по большому счету не нужно. Лучше взять земледелие. Почему? Ну, потому что у меня армия только родная, мне другой не будет. Тут не получается другую армию иметь. А вон и шахта та самая, да? А вон та самая шахта. Минус жен, да хрен тебе. Вселенная какой-то? С какой вселенной? Что за вселенная такая интересная, она, понимаешь ли? Так, каст. На кого? Ати на гиганта, что ли? Блэс. На хейс надо, хейс, дружище. Ну, нормально, по морде ему разочек.
Закончили. Поедешь с нами теперь, хорошо. Плюс гиганты в кабинет на что-то вышли, они погулять теперь. Хорошо, хорошо. Ну что, мы едем домой, да, по-моему? Так и надо ехать. Серу не беру. Сразу вот сюда иду. Мораль удача с нами, она. И какого-то героя сохранять будем, друзья. Доброе утро, кто бы ты ни был. Рад тебя видеть, дружище. Приветствую, да, и рад видеть. Вот только что к нам подключился некий парень. Или девчуля, даже не знаю. Пятерочка, хорошо. Тут проезда нет назад, надо идти. Там вот герой у нас, который наверху, да? А что, он сядет в кабинет, да и все. Он не успевает. Не успеваешь? М-м-м. Ну, тогда сляви. Сляви, крокодил. Ответ простой. Едешь ты домой теперь, мой золотой. За 2000 возьмем, и тоже можно отстранить его. 28-20. Монеты хорошие у нас есть. Сольмер. Мистер Сольмер. Надо ли мне с мистер Сольмер? Ну и да, и нет. Кстати, Сольмер так-то может пробить поросят и взять там денег нам, ребят. Да, он может, конечно. Но я бы не стал, наверное, деньги тратить на него. Я возьму 3 гиганта для начала. Что еще? Да и просто поеду вперед. А, ну дело хорошее. А, ты думал. Какое может быть? Еще одну горгулю. Заверните и поедем мы. С Алмиром подумаем. Надо ли он нам вообще? Вроде как да, с другой стороны, для чего? Через сетер мог протиснуть где шахты руды. Нет, не мог. Не мог. Я смотрел, уж там нет движения туда. Это еще 2000 монет, друзья. 2000 монет всегда хорошо. 2000 в наш кабинет. Отсюда еще 1000. И ровненько, ровненько мы сюда оставим Джина пока. Далее, далее. Мы здесь. Дядя Ешта с колбой там стоит. Колбу хотите? Колбу? Как-то хотелось бы взять ее нам с собой, понимаешь ли. Так, все оставили, да? Сапожки ему. И вот так на этом колпаке, да, легко зайду сюда, друзья мои. Четко выполнили комбинацию. Ну, если Солнер останется, хорошо, и не останется, да и хрен с ним. Итого у нас 7 гигантов. 7 гигантов это сильно, это очень сильно. И броня хорошая, отличная она. А других, понимаешь ли. Вон там же жемчужная шахта. Жемчужная шахта. Ну что, начнем с этого трюма пока. Посмотрим, кто тут находится. 50-99. Хорошо, что не программа Максимус. Программа Максимум пока нас не интересует. Как будет гигант действовать? Ну, мы следующим образом. Одного джина. Итак, пойдем. Донаты? Да вроде нет, не отключал я. Они могут глючить иногда, ребятушки, но... В целом отключать не включаю я. Ну в какой в этом смысл? По сути, никакого. Удар хороший. Гигант. В большом сборе он. Шикарно даже очень. Попаков растеряли, но они как бы и потеряли актуальность уже давно причем. Уже давно потеряли актуальность свою. Хороший каст. Относительно все, конечно, тут у нас. И пошла ударная волна. Все. Гиганты вынесли их. Вперед, вперед ногами, так сказать. Воздух. Тактика, нет. Ему не нужна просто тактика, вот и все, друзья. И дальше мы перемещаемся. Вот куда вы хотите переместиться? Ну, скажите мне, друзья, там дядя Ешта палкой махает там. Могу ли я его одолеть? Вопрос интересный здесь. Если сюда, то уже... Ну давай, давай. Может быть, мы еще вниз чуть подвинемся и заберем там потом еще. Вот, а теперь уже, да, теперь уже гораздо интереснее, друзья, вот это. По процедурному вопросу работа будет происходить у нас в кабинете этом местном тут. Еще я джинов разделю. Они не являются основной. Я бедный сделал, 300 рублей. Да какой бедный, ты чего? 300 рублей, нормальная тема. Ты чего, дружище, да я прочту.
Да, 300 монет не есть такое. Джесси Фронт. Красавчик. Почему оно только не срабатывает иногда? Я благодарен тебе здесь. Да нормально, вижу. Красавчик, благодарю. 300 монет от Джесси Фронт. Казно. Благодарю. Топчик, сегодня ты открыл моральный дух. Заходим, сюда идем. Нет, никакой, не надо тут. Все хорошо, благодарен тебе от всей души, друг мой. И что, касты даем. Джинов отводим в сторону, основной стак ударный он. Дайте что-нибудь. Молитва, уже хорошо. Удар. Солидный. Да, джины понятно, я готов был их отдать. По крайней мере, вот эти единички. Гигантометр, он подождет. Джин. Блэс дает. Посмотрите, как красиво. Удар. Удар. Еще удар. И это было четко выполнено. Воздух почти экспертный он. Можно даже посмотреть, что там с оппонентом нашим, да? Ну вот там где-то стоит, на выход не идет пока. У него все хорошо, а у нас еще лучше. Смотрите, как мы много раз использовали этот флаг. Это хорошо, это прекрасно. Просто, просто невероятно классно все. Далее. Там 2000 монет. Здесь мы с вами берем красавчика нашего, вот такого славного причем. Здесь мы с вами улучшение делаем. Берем всех джинов этих, да. И вперед идем. Вперед идем. Идем вперед, не стесняемся. СПБ это Санкт-Петербург, но это Санкт-Петербург. А разве есть какие-то сомнения о том, что это так? Так, раньше, да, я там жил, все верно, Фами Фокси. Здравствуй, Оля. Здравствуй, Валькирия. Ну что, закончили день. Прекрасный, солидный он. Есть в Беларуси, хз, почему у вас дошики? Не знаю, дешрак 170 рублей, пачка макарон. Да нет, 300 рублей, нормальная тема, ты что, шутишь что ли? Я ценю тебя, конечно. У меня дома это дешраков стоит 2,5 евро. Ну так бывает. Петрушки синий халат выдай. Петрушки синий халат выдай. Что это значит, не знаю даже. Не знаю. Но это что-то значит, в любом случае, да. Хорошо, хорошо, друзья. Что же дальше делаем? Время такое интересное возникает прямо здесь и сейчас оно. Забрали 2000 монет. Сюда подъехали. Отдали все сюда. Джином останемся пока. Джин, сколько там? 14 уже? Ты сумасшедший, я немного говорю. Так, это бегаю. Бегаю немного тут. Ты сумасшедший, ну хрен знает. Разве так? Может быть оно вообще? 14! 14, ну и что? 14. Но это серьезный момент, кстати. Очень серьезный. Вот мне по идее, надо что-то оставить, чтобы я этих дядек пробил. А мы тебя оставим, дружище, ты не переживай тут. Ну и решили ему оставить что-нибудь. Что ему оставим? Ставим раз, два, три, четыре джина. Достаточно, достатково. Ладно, 5. Это тут 4 на борту, 14 на борту, так это же еще не все, друзья мои. Это еще один цех. Еще не всех свезли даже. Еще не всех свезли, тем более что. И мы остановимся возле вон того трактира. А, кстати. Виток мне. Как наблюдателя. Ни хрена себе там орден. Орден Суворова. Суворова, ребята, выдали там. Вот этот орден, да, желающему. Кто подъедет туда. А мы с вами двигаемся вот сюда. Мы уже близко находимся там, друзья. Теперь сюда выдали. Крестит герой нам не особо нужен теперь. Здесь 918 движений. Что можно заметить? Нам бы циклопов на самом деле взять хотелось бы очень, причем, ребят. Тут уже Федор Михайлович, он поджидает того, кто приедет сюда. В это самое учреждение. Так. Так. И вот 14 гигантометров. На связи тут бегают они. Аккуратненько заходим. Изымаем местных. Товарищи, так, надо касты давать. Ну, тут как бы без разницы. Давай еще каст. Еще. Еще. И мы побежали. Бам. Бигелоу, как говорится. Воздух.
есть теперь. Жемчуг здесь он. Я хрен его знает, ребят, что происходит, но гиганты растут в большом количестве, подрастающие на... Слушай, а так тут может быть на два стака имеет смысл разделить? Конечно. Конечно, на два стака и вот так. Оно выглядит весьма интересно. 7 на 7. Этого достаточно, чтобы их утюжить. Дискаст. О, Глори. Конечно, уходим. 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 Бам сюда. Бам сюда. Какой-то Крис Бамстед происходит, да? Какой-то Крис Бамстед. Что? Это некий Крис Бамстед. Да, вот он, смотрите, как утюжит. Все, забрали. Воздух эксперт. Посмотри, тоже взял его. Да-да, я хотел и взял его. Как мне забрать? Как мне забрать, все разобрать? И тут мы на выход идем, правильно ж? Да, мы туда именно и хотим зайти. Давайте этого паренька поставим вот сюда тогда. И он сможет красиво все сделать нам, друзья. 33 порося. Ламп всего тут просто валом. Это невероятный респаун. Невероятно, просто incredible. Incredible person, да. Туда, поросяти. Кладите на спину пока. Поросяти. Спокойно, поросяти. Куда ты ломишься, поросяти? Так убить можно, но его нахрен. А поросяти хрюкает и хрюкает, все. Никак не успокоится. Захрюкали до смерти нас, понимаешь. Я злой и страшный серый волк. Я в поросятах знаю толк. Это хорошо. Это прямо к Савитару обращайся, поросяти. Он умеет так же рычать, он. Топовый хлопец, понимаешь ли. Что это такой за респаун сумасшедший? Я просто такую башню... По-моему, это надо просто в запись, ребята. Что за башня такая? Если кто-то... Если бы Саня Вудуш увидел, он бы ругался бы сильно. Он бы сильно ругался. Сильно бы ругался после этого. Он, может быть, даже перестал бы играть со мной. Что это вообще такое? Опять джинов к вам присела тут наоборот. Ну, тратить деньги-то вообще-то нежелательно, но... Мы тратим. Тратим, используем их. Сумасшедший респаун. Сумасшедший 25 тысяч в кабинете нашем тут. О-о-о! И это же еще не окончание даже. Тут еще денег много очень. Я не знаю, как сюда я отдам. Армию, да, ему? Ну да, вот этому парню, как я отдам армию? А если через этого? Надо будет еще одного героя, по идее, покупать. Иначе мне туда армию не передать. Так, а кого же можно посократить? Сократить по ненужной цели, да, он? Кто у нас не нужен? Вот этот парень. Допустим, у него просмотр не имеет значения. Следующий паренек. Я пойду с вами тут. Думаешь, да? Пойдешь, конечно. Хожу, погуляю с вами, друзья. А детский титан невозможен. Надо 30 жемчугов. Вот это да. 30. Сколько бы ни было титанов, без статуи проигрываем. Ну так статы-то есть. В том-то и дело, ребят. Статы-то есть. Том сказал, что у нас нет статов. Они как раз-таки имеются у нас. Как мне забрать оттуда еще гигантов? Оттуда? Да-да. 2400 движений в центр. По-моему, за один день залетаем. Кабинет тот дальний. Я вот думаю, надо циклопа вытаскивать. Коли не стоят тут, понимаешь ли, да? А щит, щит бы тоже взять. У нас есть на пятерку, там два армура, они особо бустуют нас. Бустуют, конечно, но не то чтобы сильно. Вот здесь, да, лучше бы я, наверное, оставил ему джина все же этому герою. А, слушай, это типа... Типа да, да не особо да. Вроде да, а особо не да. Еще 2000. Да вывезется, вывезется. Просто я сюда, потом так, он туда. Ну, так-то тяжеловато, друзья. Ну, по-моему, вывозится слегка. Угу. Это же Босс-Кросс Голд. Здесь ничего особо не поменено. Просто он какой-то, ну, бывает такой вот интересно выглядит. 16, красавчик. 16. 16, да. 16. Ну, ты прямо сумасшедший, по-моему, да. А что тут с птахами? Они должны лететь, куда глаза глядят. Думаешь так? Я просто уверен, вот, ребят. Но они полезли драться. Так, птахальник, дайте мне, знаете что, брони сюда. Давайте, джины, ваш, от вас зависит
ваша судьба. Пока мимо. О, 13, все. Дядя Птахальник, иди сюда, кладись уже на бор, пора. Дядя Птахальник. Дядя Птахальник немножко попутал адрес, координаты местные тут. Так, и вот этого парня мы просто прибираем на выход, так? На не его надо было. Того надо было чуть с левой стороны, ладно. Не того брал. Он еще экспертный воздух имел, ну ладно. Там еще один есть. Вот сюда надо поставить ее. Вот сюда надо поставить ее. И что тогда? И тогда как-то все равно не особо вывожу я, друзья. Нормально. А тут надо сделать ускорение, но у нас есть уже такое оно. Интересное, классное. Все? Все. 20 тысяч монет. Завтра будет дело интересное. А сегодня пока ничего. Закончили это дело известное. 27 минут в запасе. Эту штуку забирать-то надо. Она немножко потеряем по деньгам, если поедем мы туда. Вами аккуратно, да? Может быть, не ехать туда? Ну а куда еще ехать? Нам бы денег где-то взять, так рынок есть для этого. Я циклопов возьму, да. А вот этих мы не брали еще. Я ведь могу их загрузить в кабинет свой, да? Наверное, это надо эскейпить, друзья. Вот что-то мне подсказывает, надо эскейпить, просто забирая вот здесь монету, да? Через... Здесь забирая монету. Здесь, здесь, здесь. И вывозя этих джинов, допустим, так. Либо вообще не вывозя, просто забирая все, что тут имеется. Но мы этими джинами заметем все тут. Вот это, и вот это все позабираем. Просто этими джинами, которые тут стоят. А здесь сосредоточиться просто на том, чтобы взять денег на титанов. Причем можно... Вот этого героя надо было убирать нельзя было. Что-то этот герой бы нам помог, друзья. А этим можно было съездить за деньгами. Это, конечно... Конечно, это небольшой фейл. Ты планируешь героя титанов переделать? Ну, насколько хватит, да. Хочу сделать это. Но надо ли это делать? У нас денег на разбежку не останется, да, по центру, скажем так. Орден, да, крутой, не вывести уже. Орден нам не вывести. Крутой герой, просто мега. Но нет замедления, ну и что? Ну и что? 16, да, 16 красавчиков. Ну 5 титанов, да, хотя бы 5. Через альт ближе. Куда? На пески? У нас нет поиска пути. Нет поиска пути. Невероятный респаун. Тут я чуть-чуть закосячил. Поспешил. Я хотел Криллиона убрать. Там-то герой. Но он поинтереснее был, ребят. Он стоял возле замка, тем более. Надо будет еще одного героя таким образом покупать. Здесь мы с вами еще не были, ребята. Здесь еще не были. Но вообще-то не обязательно покупать. Не обязательно. Я точно так думаю. Тут, в принципе, вывозится. Но чем меньше героев покупать, тем лучше оно. Нам желательно завтра выходить. Вот моя мысль такая. Внешний рынок-то понятно, что есть. Но даже его может не хватить. Там же еще надо жемчуг менять. Нам даже не хватает... Ну, завтра мы возьмем еще вот тут, да? Вот ты туда беги, бери там еще, не знаю пока. Здесь точно будем пробивать, друзья, вот этих... На этих ребятишек, конечно, бить будем. Сильно и очень сильно. Да-да, я знаю, что мы... Константин, ты мне рассказываешь то, что я уже давно планировал. Я с самого начала, со старта сказал про рынок. Мистер Очевидность. У тебя есть внешний рынок, там можно на меня... Так, как бы логично. Я-то и плюсовал частично из этой штуки здесь. В первую очередь. В первую очередь из-за рынка, конечно. Это очень крутая постройка. Я специально коплю, и когда надо, мы сейчас продадим. Капитан Очевидность. Я просто так, Константин, смотри, играю так... Что там Константин подскажет мне, что надо сделать вообще? Конечно, у нас есть запасы золотые. Король-то не глупый, я тебе так скажу. 4000 монет дохода у нас. Экономика, посмотри, какая классная она. У нас 1000 монет. Ну, я одного за 350 убрал, но уже в нем смысла там не было совсем. Сейчас еще вот эти кабинеты надо подмести. Оттуда тоже упадет ртуть она. Можно вообще сюда сгонять. Надо деньги взять, наверное, может даже лучше в склеп съездить. Хотя тут тоже деньги есть. Два склепа, наверное, повыгоднее будет. Вера еще, золото. Ну, в общем, картина маслом, в общем-то.
Это Азар, он достаточно солидно выглядит. Мужчина, да мужчина хоть куда, понимаешь ли. Азар-то он четверку забрал, не поморщился. Я вот думаю, да это надо скипить. Это точно и скипить надо. Это не вывозит, это просто огромная трата денег за каких-то там 4 циклопа. Я вот этих циклопов беру, но это больше так. Что-то брать надо, куда-то армию на блат дать. Можно, конечно, за шахтой сгонять золотой, а можно циклопа вытащить. Щит этот не особо ликвиден, потому что дает на 2 армора больше, чем то, что у нас есть. А ехать далеко. Неинтересно ведь. 5 титанов, может побольше. На этот рез бы крылья положили еще. Нет, крылья нет. Утопия, 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 еще раз утопия здесь нужна. Крылья зачем? Не особо дают они что-то, друзья. Крылья не особо тут что-то влияют на что-то, да. Они крутые, но утопия лучше бы смотрелась, а в ней крылья уже. Тогда нам хватило бы денег на всех титанов, что есть. Сюда, соответственно, мы не заходим вовнутрь. Я сюда армию завозить не стану. Это такие траты просто повлечет. Но огромные. Нам и на этих не хватает денег, скажем так. Я хочу как можно титанов больше сделать. У меня желание есть как можно больше титанов. Титаны, ребята, это очень сильное создание. Гиганты неплохи, но титаны вдвое сильнее. Титан сильнее вдвое, чем гигант, чтобы вы понимали. У него 300 здоровья против 150. Но это очевидно, что это прямо дядька-мужчина. А это еще подрастающий юноша. 150 здоровья, понимаешь? А там 300. 300 и скорость 11 вместо 7. Такой буст невероятный. Статы по 24-24. На армор на восьмерку увеличится. Здесь пятерка атаки. Статы у титана 24-24. Тот же дэмэдж, 300 здоровья, скорость 11. Но это очень невероятный буст. Если ангел с архангелом тоже как бы, но там 200-250. Скорость и так у них хорошая. Воскрешать могут. Да, архангелы круче, 30-30, но там 20-20. Тоже сильно бустуется, не вопрос. Но гиганты, по-моему... Но это вообще невероятно. Они такие, они... Ну... Их основная проблема то, что они медленные, когда они грейднут. А вот ангелы, они быстрые. В том их плюс. Изначально, понимаешь ли. А гигант все равно крутой дядька. Если скорость ему дать, допустим, с накидкой, уже он хорошо смотрится на скорость, имею в виду. А откуда ты наизусть все это знаешь? Да я же уже не первый день играю, уже выучил. Ну я так каждый раз играю, все для себя прикидываю. Ну, титана знать-то надо, статы, ну то чего. Я в драконов не сильно ориентирую, помню там. Но я знаю, что у золотого статы выше, чем у черного. Вот. Знаю, что красный 11 скорость имеет, а зеленый 10. Вот в этом у них есть отличие. Но это полезная информация так-то, знать скорость их. Ну что, заходим? Вот, а кабинет-то солидно выглядит. Есть ли у меня хейст? Нет его? Опасно выглядит. Опасно выглядит. Я причем не могу делить. Особо тут ребят наших, да? Они же гигантов будут заезжать. Я все-таки поделю. Какая разница, ребят? Поделить оно дело хорошее. И даже знаешь что? Вот так поделим еще. Минус 2. Я согласен, друзья. Вот это солидно заехали, да? Вот это очевидно было хорошо. И даже очень хорошо оно. Вау-вау-вау. Это что вообще? Это Пресвятой Януарис, да, тут живет? Похоже на него. Ни хрена себе, 12 клопов, вот это мы заехали. Не, ну так заезжать-то оно, дело хорошее. Продаем, продаем, сдаем. На-ка. На-ка. Что еще? Ну подожди пока. 33 тысячи насобирали мы уже. Едем домой. Заезжаем. Ставим внутрь. Все это дело. Красиво выглядит оно. Далее. Этот герой абсолютно не при деле теперь. Ну да, такой не особо нужен нам. Руды возьмем. Кристалл. Золото. 2000. Еще 4 жемчуга. Еще здесь, а также здесь. Мы берем монету, ведь здесь мы также их разберем по процедурам вопроса, наверное, вот так вот мы сделаем. И да пошел ты, что придумал. Ну а ты что говоришь, больно сделать, а говнюк такой.
На, малыш. Он дал малышу этому попасть и выдал, понимаешь ли. Мелкий засранец. Кладись уже на борт. Спокойно здесь, мальчишки-бальчиш. Ну и разобрали их, понимаешь ли. Воздух экспертный. Золото здесь. Еще 1500 монет. Хоббитцы, они ничего не сделали. Я же говорю, что хоббитцы — это всего лишь хоббит, друзья. Но такая вот история. Ехать надо в эту сторону, чтобы могли два этих кабинета посетить. Что? Там с оппонентом нашим. Он и сегодня не в центре, даже не выдвигается туда. Толкается у себя. А, нет, он стоит под... Под выход он стоит. Так. Так, так, так. Угу. Понял, понял. Хорошо, сюда идем. Стоит он уже под выход сегодня. Там есть деревушка на выходе сразу у него. Видим, да, такой момент. Павлики бегают, они умеют бегать быстро причем. Минус 7 с удачи причем. Вот это можно подойти? Да, давай его сюда. Дальше. 32 здоровья еще, хорошо. Ага. То 249. Одного сюда, 4 сюда. Поехали. Не пробить, а сколько? Максималка, что ли? Пресвятой Януарь, мы еще встряли здесь. Хорошо, дядюшка Тазар. Шайтаны какие, а? Ха. Да что ж вы хитрецы такие, а? Хорошо, удача прокнула. Мог бы лечение уже выдать, а? Нет, говорит, пока у меня такого. 3 здоровья. Носится как сумасшедший, да? Да на себе! Минус жен, да хрен бы с тобой. Забрали. 2000 монет, это очень важный был момент. Очень важный, очень хороший он. Вот здесь у нас есть какие-то стрелки ведь? Стрелки, а поросят там сколько, да хрен знает его. А может быть, очень много-много поросят быть? Может. Что-то ответку не получалось ответку снять. Дуеви, что ли, 3? Да ты охренел, что ли? О, вот этот поросячий хвостик какой бегает он. Ну тут их нехило. Ну это хорошие касты, очень даже добротные они. Как их пробивать тут надо? Но дело интересно выглядит. Хожу я по праву здесь. Так, а если брони просто нам выдать? Это сильно поможет. Стрелка поросенка выглядит гораздо интереснее, причем практически всегда так. Я не знаю, как тут убежать от них. По морде получать бы, я не знаю. Так, поросяти немножко замешкались.
Замешкались в этом моменте, интересно мне. Пробить они мне не должны все-таки, Джина, нет. 32 здоровья еще. Хорош. Сумасшедший? Нет, говорит, это такое просто интересно. И поросети, да, хвостиками миляют, и все на том. Было ваше? Было наше. Сюда вот заходить не станем мы. А сюда мы заходить не станем. Итого 42 тысячи, друзья. Можно что-то интересное соорудить тогда? Ну, они решили сооружать тогда. Дядю Титана, друзья. Дядя Титан, у нас еще 22 тысячи тут есть. Нужно наменять немножко жемчуга здесь. Семерочку. Давайте сразу на десятку наменяем. Так. Сразу 8 тогда. Получается сразу 6 тогда. Итого денег надо еще, друзья. Будьте любезны, нам денег. Хорошо. Бам! Сюда 12 тысяч. Хорошо. Что там еще? Еще пятерочку нет. А 4 уже хорошо. Ну еще на 6, так это ерунда. Сейчас мы наменяем, друзья. А что такое на 6 штук? Значит, там вот это. Бам! Сюда! Еще сюда! Леса! Сюда еще! Жемчугу надо набрать. Ё-моё, я же все поменял почти. Да-да. Аккуратно здесь, друзья. Значит, все поменял. Три. Один еще. Там. Пам. Пам-пам. Этого достаточно нам. А эти дома пускай посидят, пока 13. Дядюшки Титана, да? Все, у меня ресурсы закончились. Или кто-то еще может взять что-то. Я могу кристалл взять. Кристалл? А хватит на еще одного Титана. Ну, это дело хорошее. Давай, пожалуй, сделаем это. 14-го дяди Титана пригласим, правильно? А как нам без Титана 14-го? Это непорядок прямо. Ну и не приглашают 14-го Титана. Давайте сюда его, красавчика. Ну и Титаны все присели в кабинет уже такие. Надо двигаться. Двигаться надо. Я смогу туда вывести, туда и обратно? Там еще и гиганты, смотрю, вас, однако. Ай-яй-яй, Gold Dragon. Транжира, ну с хрена ли транжира, ну чё. Один, ну что ты в самом деле. Минус 2 джена, ну ты чё, обалдел? Один ты убил всего-то его. Пошел нахрен, динозавр. Кистень православный. На 1000 монет, да, сюда. Так, 719, надо кого-то героя еще убирать. Давайте его тогда. Ну и толку, что я его взял. Я кистень взял там. Ну как толку с того кистеня? О, палатка. Палатка. Палатка добрая, друзья. Даже шикарно так-то. Нам вот это, вам вот это. Добро? Да. Еще вот это. В принципе, кистень not bad, друзья. Главное, что есть палатка у меня. Все, да. Там он построен. Посмотрим. Там на самом деле с титаном мы же остальное тоже доберем, между прочим. Можно даже пару джинов оставить нам. Нет, пару джинов нет. Одного оставлю вам. Нет, даже ни одного не оставлю. Нет, ни одного у вас там есть. У вас-то, я знаю, еще есть они. Так. Так, так. Ого, тут джинов. Тут еще джинов банда. Солидных мужчин таких, да? 14 титанов. Да ты сумасшедший. Я так немножко только лишь. Да, сумасшедший. Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть совсем. Подели титаном. Нет, так и пойду. Они, скорее всего, будут, ну, во многих стаках. Немного стаков будет, скажем так. Ну и напали мы на них, ребят. Ого, поделите там. Видишь, по 25. Что я говорю, немного их будет. Они немного стаков стали в итоге так.
Мне главное-то чего? Закрыть вот эти штуки здесь. Подели, говорит, а смысл? Никакого. Так, здесь пока ждем. Касты даем. Ну, дядька Сайклов, бросайте камень в него. Крис Бамстед, да, блест, дайте сюда. Бам, 25. Баба ягодка опять. Бам, еще, да ты что? Зачем делить? Зачем делить? Смотри, как хорошо. Да, действительно неплохо. Вот тебе и башня, да? Солидно выглядит. Минус один джин на всей ситуации этой нашей. Даже и не было бы его. Просто сморались, да? Злодеи жесткие они. А, там уже полный лимит. Да на тебе, крякальник, отдохни уже там. В приюте местном тут. Так. О! А вот это so interesting. Очень интересный момент. 50-99, их, но я же кабинет не успею скрыть. Ты уверен в этом? Сотка, не успею. Но туда я не поеду тогда. Давай сюда все на борт мне. Можно вот это на выход послать. Все-таки надо центр взять, он там сам уже едет в ту сторону. А что мы будем в центре делать, допустим, без армии, да? Ну-ка, дядя Тазер. Бля, где что свиток? Ты отдал его туда? Вот глупец. Окаянный у меня. В утопии нырять? Наверное, да. Надо делать так, друзья. Так вот, нырять ли этим героям, что там, либо родным своим. Так, это броня есть экспертная у меня. Но там тоже герой нехилый, возможно. Нет, там герой может быть кусок порохла. Не стоит ехать туда. Всех джинов туда не берем, а вот таким образом идем. У нас броня хотя бы есть хорошая, да? Там еще и колпак, да ты сумасшедший немножко, ребят. Но тогда надо ехать. Ого! Ого! Ну, надо ехать туда по-любому, друзья. А можно мне забрать сначала вот это тут? Такое впечатление, что надо и брать. Это потом то. А я не успею тогда, скорее всего. Да, их поехали в утопию все равно. Я вижу, да, этот чест, понимаю его. Но все-таки сюда, пока потом прыжком, возможно, с лимана будет. Мы пойдем в другое место. Так. Так. Стой пока. Касса, да. Ну ты крякальник, конечно, сумасшедший. Сахарник, а? Сумасшедшие птахи что-то... Опачки, стрельба. Из лука она. Продвинутая уже, друзья. 10-19. По сути, немного их тут. С удара просто будем класть, да и не париться. Вот это мне нравится, такая комбинация. Поехали. Минус титан, да хрен тебе. Минус титан, хрен тебе. Это, по сути, наверное, пошел и вмазал, да, туда. Хейст. Посмотри на этого красавчика, он просто их размазал по полу, да, всех причем, сразу там. Сумасшедший похож на него. И голова титана на кабинете нашем, да. Символ того, что мы хорошо чувствуем себя. Моя реакция и сила здесь, в этом мире, зависят от мускулов. Ты знаешь? Нет. Нет. Я даже воздухом не дышу. Почему не взял воздух?
Потому что стрельба у меня экспертная. Мы завтра еще титанов подвезем себе. Мы завтра еще титанов все подвезем. Мы здесь заберем и подвезем все, что у нас есть. Мы здесь заберем и подвезем все, что у нас есть. Мы здесь заберем тазарами и подвезем все, что у нас есть. Можем? Сможем. У нас тут 2000. Вывезем. Вывезем, привезем. Представляете, мы завтра еще титанов подвезем. Добрый вечер, диспетчер, 20 титанов. 20 титанов. 20 титанов. И он не проснется, нет. 20 титанов. Вот тебе и... Вот тебе, ребята, и башенка, да, прекрасная. Он даже и не дышит. Почему не взял? Потому что у нас нет ускорения. Что толку с него? Что мне дает вообще? Нет ускорения. Мне вот экспертная земля дает взрыв хороший. На 600 поинтов. Это чувствительно. А воздух, так что мне? Защиту от воздуха даст? Нет каста вот хейста. Что смысл от него? Прыжок-полет? Нет. Я думаю, чест вот этот мы берем. И с честом мы просто пешком к нему идем. Если он в городе будет, то мы его убьем. А если нет, тоже убьем. Да нет, пока и не надо. Нет, уже возможности такой нет. Деньги просто все потрачены. На то, чтобы, да, сделать хорошо. Смотрите, за счет того, что у нас остались гиганты, мы сможем забрать на гигантах вот этот кабинет. Может было меч, конечно, оставить дома. Но в целом 3 гиганта, да, я думаю, 4 гиганта. 3. Справятся все равно они. Все равно справятся, думаю, так, друзья мои. А может ли Риза со стрелки отстрелить этих мужчин? Да, да, да. Кстати, можно жемчуг тут еще взять нам. Причем, это даже не придется менять деньги. Мы сейчас пойдем и их уничтожим там. Второй день наблюдаю новую мету по выходу в центр. Пушка. Да, Андрюха? На то. И сразу... Андрюха. Да мы... Это немножко... Это моя стратегия такая. Я же вам говорил, когда мы играем за башню, мы строим титанов. Когда мы играем за касл, мы строим архангел. Ну, в большинстве своем. Ну, конечно, против Савитара вот эта крутая была бы техника сейчас. Просто вышли. Смотрите, как титан надёжен. Ты зашел в утопию и положил ее. Положил просто без проблем. Это же насколько сильно, да? Ну, армор тут бы станул, конечно, вот этот вот, экспертный он. Сильно вошел. Это просто... А это еще и стрельба сейчас. Ой-ой-ой. Атака большущая, огромная. Да? Взрыв есть, если что. Да, тоже хорошо. А взрыв будет солидный. Один, но мощный. Один, но сильный. Драконы там просто пытались. Они так что ничего не смогли сделать даже. Сейчас отсюда еще титанов прихватим. Представляете, там 4 их. Но четверку, кстати, вытащить будет тяжело. Но. Надо заехать сразу титану двоих сделать там. Вот этих два дядьки, они должны в титану превратиться. И тогда вообще легко. Все вывозим, улучшаем. И на выход туда все везем. А здесь, между прочим, дядька нам поможет соединиться еще. Так что, ну то хорошо. 2-2-7-7. Этот джедит такими статами не страшен он. Светара тоже был легендарным. На 30 мишек. Так это же мы присоединили, а тут построили. Почему кидались в титана? Ну, они хотели добить его, у них ничего не вышло. Ну, я думаю, ну это редкость, конечно. Но мстили за этих динозавров, короче. Там, смотрите, когда... Всегда, когда вы бьете зеленого или красного, они сразу в ответ бьют. Ну, то есть, надо понимать, что вы получите тычку еще от другого стака. Поэтому я восьмерку бил. Я знал, что красный ударит. Но титан очень плотный. Они не смогли пробить его. То есть 30% еще сверху. И вот так они. Лучок на респе лежит еще вишневый. Да не, его взять уже пока. Да, смысла нет от вишневого. Почему? Мы все равно на тактике выставляемся на прямую стрелу. Нам, в принципе, без разницы. Мы все равно будем с прямой. Мы на тактике выставимся. И пускай делает, что хочет вообще. Мы просто можем выставиться на прямую при желании. Да уничтожить его. Можем стоять на расстоянии, смотря что есть у него. Улей пособирать пока невероятно будет сложно нам. Хотя, все возможно. Типа можно героя вернуться назад забрать.
Но посмотрим. Я пока не могу на 100% сказать. Сапожки хорошо. 14 возможностей титомиров, да? В золотых доспехах. Кристиан Вольц, конечно, здорово, дружище, встречают они тебя. Тащим. Я не знаю. Но. Дядька Тарасар не подводит. Я не знаю, что там за Салмиром все бегают. Вот смотрите, дядька. Вполне себе годный. Солнер, Солнер. Такой Солнер. Он зашел бы этот Макс, я считаю. Что он там делал? Типа скажете, он мог бы что-то делать. Да нифига бы он не сделал. Приятно, дружище, кто там на... кто-то подключился к нам. Здравствуй, здравствуй, доброе утро. Надеюсь, императора СДР поздравил. Ваши битвы были огонь. Да, вчера я же рейд на него сделал. После битвы с Авитаром. И в нем воплощение поздравил его. Он поблагодарил. Назвал меня по имени. Ну, это было очень даже приятно. Ну, по-моему, всегда меня по имени называл, насколько я помню. Когда рейд на него делал. Так что Саня, он красава. Очень даже дипломатичный. Вишневый? Да вишневый нам не нужен. Нам бы вот эту штуку забрать. Тут либо эту штуку забирать, либо не ее. Слушайте, а что если мы возьмем наши такие медальки? Может, мы отказаться от титанов, а забрать медаль вот эту? Мне кажется, это намного круче. Это намного круче. Да просто брелок забрать. На морали удачу. Считайте, у нас будет эксперт морали и эксперт удачи. На всех этих титанов. Да. Он на рейд никак не отреагировал. Или я прослушал, отреагировал. Дерсан. Жаль, что я по-прежнему не знаю, почему вы с Саней не играете. True Wise Wizard. Так как я на стриме том самом в негативном... негативной энергии пришел на него. Все. Потому не играет. На том самом злосчастном стриме, так сказать. С другой стороны, тот, который стрим сделал меня сильнее. Поэтому злосчастный в одном ключе, а в другом прекрасный стрим. Он помог мне понять многое. Нельзя приходить и изливать свою желчь. Какая бы причина на то не была. Так что, в принципе, понять его очень даже легко. И всех, кто осуждал меня тогда. Понимаете, да? Все. Наша песня хороша. Начинай сначала, да. Да. Ну, я отвечаю. Через распаковку тюрьмы передать туда медаль. Нет, нет, так не получится. Какую распаковку? Ты чего? Нет. Здесь надо будет Тазаром сгонять туда. Забрать эту штуку и вернуть обратно. А этих, да забить на них, да нахрен не нужны пока. Это запасной вариант. Да, понял, спасибо за инфу. Да, главное, выводы сделаны. Да, да, ну, выводы, конечно, делаются всегда, друзья, когда есть какие-то поступки у тебя. Ты слышал, что Саня сегодня говорил, что он кучу проектов после Нового года, типа, короче, хочет больше в медийности, чем примером быть. Ну, там есть предложение, я думаю. И вполне, почему бы и нет. Хотя я не знаю, в чем разница медийности и стримера. Это что значит медийность? А в чем разница медийности и стримера? Считай, просвети меня. Ха, типа выступать на шоу каких-то? По телевизору? По телевизору, да? Ненависть всегда поражает ненависть, и не более того, воины достойны. Все верно, говоришь, Гашан Раш. Действительно так. Голубой огонек? Не знаю, ну типа по телеку показывать. Да почему бы и нет? Саня, да вполне смотрибельный. По телеку легко пойдет. Легко пойдет и будет собирать аудиторию. Правда, я телек не смотрю. У меня его нет. Нет, точнее, он есть, висит. Висит. Я его включаю. Да я его, по-моему, один раз включал всего. Смотрел, как там компьютер выглядит. Так больше не включал. Ноги его задвинуть хочет. Да, я думаю, легкую. Говорят, в лабораториях создается гитмуш. Чтобы вид геройщика, созданный для разработания донатов. Гусев, ты, конечно, что-то там рассказываешь нам такое. Что-то не понял, о чем такой гитмуш, кто такой вообще. Я не понял, что такое. А, ты имеешь в виду гитмуш, типа, буду, только он будет гитмуш, да? Понял. Теперь осознаю, что ты имеешь в виду. Ну, типа, будуш. Понимаю, понимаю. Ну что ж, удачи ему тогда. Гитмуш или кто там у вас, друзья? Да вы эту информацию черпаете. Ну что, оппонента 18 минут. Он сейчас войдет в центр. Пока еще не вошел. Там у него просто на выходе город, а он перед ним стоял. То есть он его точно возьмет. Дойдет ли он до центра, не знаю того. Времени достаточно много. Денег
меньше нашего. Но мы утопию хорошо взяли. Кстати, утопия шикарно, что тут стояла. Прямо топчик. Идеально. Интересно, как блатные заходят. Посмотрим. Сожалеть о содеянном смысла много не имеет. Вообще не имеет. Вообще нет смысла в этом, ребята. Прошлое уже сделано. Надо просто сделать выводы. Проанализировать, почему, как, зачем и для чего. И что это тебе дало. Вот. А жить надо настоящим, друзья. Это никак иначе. Лучше тут не скажешь. Удобно завистникам бездействия прошлых решений говорить. Ха. А, да. Согласен с тобой. Осуждать оно легче, друзья. Знаете, когда кто-то что-то делает, проще всего наблюдать со стороны, и потом, если у него не получилось, то, конечно, да, довольным быть возможно. А тут я понимаю их, ребят. С одной стороны, да, ничто так не радует, как неудачи товарища, но только не меня. Потому что я не радуюсь неудаче. Нет смысла радоваться неудаче. Я радуюсь удаче. Я радуюсь удаче. От души. А неудачу, да я чувствовал ее неоднократно. В чем радость от нее, если я сам от этого получаю, ну, скверное настроение. Значит, и тот человек чувствует так же себя. В чем смысл тогда измываться над ним? Ну, значит, есть у человека тяга к этой энергии, друзья. Когда человеку плохо, он прямо радость получает. Значит, питается энергией таковой. Вот тебе объяснение. Кто рад, а кто понимает это. И радости нет у него. Он зашел, городок взял. Хорошо. Лучше неправильное решение, нежели никакого. Мы меняем мир, но и мир меняет нас. Каждый поступок имеет значение. Бездействие, ну, это подобно болоту некому, да. Ты не меняешься тогда. Надеюсь, у вас будет новогодняя битва с Саней. Хочется верить в чудо. Ничего о том не знаю. Ничегошеньки. Ничего абсолютно. В дудку пойдем? Нет, у нас БВ-3. Доброе утро, Татьянка. Надо еще надо повалить на спину блатного тут. Он уже в центр едет, похоже на то. Очень хорошая утопия. Прямо шик и блеск. Это что значит? Это 19 титанов намечается у нас. 19. Ого. Да что ж тут ого. Нормально все. 19 дяди Титана. Ого. Да-да-да. Вот оно так, друзья. Очень хорошо. Такое впечатление. Одинаково, да, бежим? 1630. А у меня есть 2000? Нет, такого нет. Дорого в деревне? Очень дорого. У нас вещи и ресурсы все проданы. Очень дорого. Ты по ресурсам не влезешь. Надо 2 утопии, а то и 3. Мне же-то сколько надо жемчуга тут, чтобы это строить? Видишь, 6 здесь, 2 здесь, 10 здесь. Это не надо, как бы, но это прилично. Ну что, он взял деревушку. Ну и что? Отлично все. Дальше мы идем сюда. На последнем офпоинте Федор Михайлович Достоевский. Все отдает по борту местному. Дальше. Мы на 2 гигантометрах. Заходим в помещение известное. Покажите, где он. До центра не доехал. Хорошо. Мы тогда с вами забираем вот эту калитку. Как ее забрать? Очень легко, ребят. Зашли вот так и сказали, что мы хотим это изъять у вас. Они говорят, да запросто. Забирайте, если вам нравится это, да? Там хорошая, конечно, накидка, но она пока мимо нашей цели. Вот это прямо топчик. А заехать ли туда? Конечно. Конечно, там все равно. Но сколько туда движений? 2130, ну то есть любой герой завезет, поэтому могу заехать вот сюда. Забрать нам еще денег, друзья. 200. 200 чертей. 200, у меня маны нет. Тогда слушайте мою команду, прячемся здесь. Всех, кто может, там и выживает. Гигантометр получайте. Это от меня подарок вам. Добро, солидно все. Уходим. По морде выдано ему.
Гигантомер, спасите наши души. А каждый джин желает того. Ну, отлично, гигантометры, они убрали их. Носовок и в мусорку. Эту делегацию местную. Так, далее. Можно было оставить, но уже нет смысла оставлять даже следы свои в том месте дальнем. Далее. То есть мы можем забрать жемчуг и даже менять не придется. Абсолютно верно. Так и делаем тогда. Вы говорить не смогли, да? Что ж ты придумаешь? Что тут придумал, а? Дайте ему по морде. Так еще поделись, якобы, что мы их не уничтожим, да? Мы же просто вас размажем, тут красавчики такие. Блин, а вот тут налетели. Ну ничего, такие красавчики, да? Башня очень хорошая, герой в плане мистицизма. У них мистицизм развит очень сильно. 6 даже дали, 6 это прямо лихая крутизна. Это теперь получается, да мы налегке, друзья. Просто берем, бам, взяли и построили их. Отсюда вот такого красавца мы возьмем. А там детский тираксор, скорее, в центре нам понадобится. Что еще взять? Я думаю, вот этих ребят хорошо будет взять. Нак, големов. Тех. И вот это, да, на сдачу еще. Почему берем все? Потому что оно хорошо. Забрать именно все. Потому что вдруг там утопия, еще что-то, да, и оно прямо солидно выглядит. Отсюда очень аккуратно мы вывозим все, что тут есть у нас. Ставим Горгулевича. Дальше. Дальше. Нам сюда подходить надо бы. Отсюда мы тогда занимаем все тут. 17 титанов. 17 титанов. 17, Карл. Ни хрена себе. 17. Вау-вау-вау. Дай-ка ему по печени. Могу этому местному. На нас напали, ну и что? Размажьте их, дали. Размажьте им лицо там. Так тут уже рядом, наверное, деревня. Я не знаю, но пока вывести не могу это. Пока это мне не вывести. Доброго здравия, привет тебе. Здравствуй, старч. Доброго здравия. Едем центром и аккуратненько делаем это. Это они. Хорошо. Размажем их тогда. Размажем, говорю. Центр, ты где? Я там где-то. Центр, ты где? Я там. А где, кстати, центр? Налево или направо? Что-то не понял тут. А куда центр? Кто помнит, друзья, где центр? Лево? Прыгаем туда. Я не успеваю туда зайти, да посмотри на это дело, а. Ха. Причем мы так зашли, что успели закрыть проход туда к нам. То есть туда не зайти на левую сторону вообще никак. Мы оккупировали этот момент. Очень-очень хорошо. Не сел, но зашел. Ты видишь, какой прыжок? Ловкий и красивый он. Это очень хорошо. Сюда эту штуку заберем. Мы главное, что закрыли проход туда. Вот это очень сильно. У нас 27 минут, чтобы разобраться, что тут делать нам. Федор Михайлович говорит, я пока отойду в сторонку. А вы там разбирайтесь. У нас еще стоит, там стоит герой специальный. И вот он, мистер Тираксор. Красавчик, он мой родной, да? Хватаем все за плечи тут аккуратно. И у нас с вами 17 титанов. Ты сумасшедший, тут немного я. Пошалю я, друзья, говорит, немного тут слегка. 17 титанов. Так может быть просто вот так и немножко горгулик сюда. Этого более чем достаточно. Поехали, друзья. Минус Горгулевич. Соглашусь, пожалуй, почему и нет. И Горгулевич, он отъехал в сторонку дальнюю причем. 10 тысяч монет, что хватило вам на все. Это очень хорошо. Сандалеты тут имеются они. Давайте мы следующих героев, разумеется, посмотрим еще. На предмет профпригодности. Нила. Он. Он как связующее звено. Надо ли мне он связующим звеном здесь? Полагаю, что нет, пожалуй. Смысла никакого в нем.
Еще одного героя нанимаем. Дядя Фафнер пойдет со мною. О, да ты что? А вот что видишь, то и то. О, да. О, да, иди сюда. Минус 46 тогда. Так. Хороший герой, а вон и лук золотой. Вон и лук золотой, да ты что? Так, ну что, красавчик. И ты красавчик, я знаю, говорит. Так, я пошел тогда, давай. Подходи еще. Так, сандалеты пока сюда поставим. О, это я, говорит. Ты? Да, у меня поиск пути экспертный причем. Да ты сумасшедший, я такой красавчик, в общем-то. Ну, ни хрена себе, да, что ты думал? Ну, ни хрена себе, да топовый я. Да посмотрите на этого красавчика. И замедление, и ускорение причем. Имеется у него на фронте том. Угу. Так. Так, может мы сюда сразу, так легко вообще. Ну и поехали, давать им по морде, пожалуй, надо бы. Что это за герой такой лютый он? Крис Бамстед, 62, на автобое просто. 20 тысяч опыта. Либо только подмял. Нагабанг, будем брать. Да, конечно, просто вот так. 3-3-4-3, просто бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Нет никого. Стрельба экспертная теперь. На автобое, да, все просто проходим. Просто автобой, лютый тип какой-то он, да? Давайте вот этого парня пока тоже пригласим на выход. Хотя он и крутой, но... А есть ли какой-то там с дальнего кабинета? Ну, допустим, она уже, она не особо нужна. Даже с джином, друзья. Мне что-то не хочется колдуна убирать этого нам, друзья. Колду-то, гляди, пригодится. Так, мошонка с деньгами, неинтересно. А вот эта коробчонка, а вон и книга земли, между прочим, валяется она там. Это точно книга земли, да, видно причем. А еще за герои какие есть у нас? О, Джереми с пушкой. Ну, Джереми так с пушкой лучше, чем без пушки, это очевидно ведь. Ситуация интересная вышла она. Прыжок на место. В кабинете известном находится наш красавчик местный. Пушка на месте. Джереми, как ваши дела? Да наши дела прекрасно, говорит. Лучше и не бывает даже, скажем так, говорит. Ну что, все на этом, ребята, все. 17 титанов будут здесь они, да? По 9, по 8. Циклопов 17. По центру поставим их. 4 наги тоже возьмем. И немножко джинов расставим вот таким образом еще. Да, здесь я хочу джина ставить на разгон. И джина на разгон. Два джина на разгон. Сапожки, ну, пускай джину оставим. А, еще, да, лук золотой сюда, вместо головы. Вот так она хорошо смотрит. Отлично. Теперь джин здесь остается один. Поставил, все хорошо, ребяточки. И сапожки ему. Он классно нам поможет. Ну, остальное все. Что у нас есть, да, немножко. Здесь джина оставим себе. Нет, здесь джина как раз таки не надо оставлять. Надо его с собой взять. Джереми, но... Не, Джереми вот сюда как раз таки оставляет. Вот. На скелете, да и ладно. Тут полет просто включается, туда и обратно летается. Забирается эта книга земли, если он сегодня не приезжает нам. Еще у нас такой герой остался. Пойдет он сюда, денег возьмет нам, что ли. Аккуратненько, да? Что там эльф делает? Что делает, ну ладно, ну и ладно, делает так делает, делать ладно лучше, чем не делать. Все, мы готовы к драке. Цитадель построить, давайте оставим. Денег у нас пруд пруди получается, так, друзья мои. Слушай, а давай мы вот так поставим все же, да, 17 поставим в одном стаке. На мой взгляд, выглядит достаточно интересно все в одном стаке, да. Да. Норм. Да вообще шикарно. Поехали. Мистер Константин. Чешебо снял. Оно все равно только с нашей стороны работает. С его нет. During combat, this orb negates natural magic immunities and chances to resist spells of all creatures on the battlefield.
on the battlefield does not affect the limitations on applicability, stated and spell descriptions, descriptions as well as the immunities given by artifacts. Ну, короче, это только работает против, ну, когда мы юзаем. Наши касты работают, его касты не работают, но этот шар работает только для нас. Для наших каст. Что происходит? Только проснулся, а тут 17 тосов с золотым луком. Вот это по-королевски генерал залетает. С самого утра приезд у тебя, Люцифер, Александр. Рад тебе видеть, красавчик наш. Да. Они... Циклопы... циклопы в количестве одинаковые, как и титанов. 17 дядек. Ух. Ничего не понятно, но я вам рассказываю, что так оно. Доброе утро, Терпи Лорд. Здравствуй, Терпи Лорд. Чешей бы снял, он не работает, еще раз говорю. Только у нашего героя это работает, остальных нет. Такая ситуация. Между прочим, вот этот парень, даже маны маловато. Но он крутой, он, кстати, очень крут. Но он такой же, как Тираксор, да, не Тираксор, покруче. Тут Терпная земля. А, она хороша. А у него, там ничего нет даже. Джинов не 17. Джинов, да, вроде не 17. А было прикольно, да, 3 по 17. Ну, чуть-чуть не хватает. А сколько? 14. Ну, мы там раздали один дома, 15. 16 здесь, а 17. 17 здесь. 17 джинов, на самом деле. Константин, 17. Просто они не на руках. На самом деле 17 джинов тоже. Что интересно, 17. Но здесь рядом. Там тоже есть, по-моему, джин. Да, он 18. Но дома нет. Ну тоже, ну тут рядом. Вот завтра мы можем сделать 17-17-17. Если мы все, если он не нападает на нас, то мы можем приехать к нему 17-17-17. За победу дают 17, нет, меньше. Меньше, у него только ангелы. Армия слабее. И там у него, знаете что, у него... У него джедит, и он думает воскрешением заниматься там. Ну, по-моему... Как он там не воскрешал, там с одного удара просто то, что он воскрешает, и даже с лихвой просто упадет. Упадет просто. 17 титанов, ну это безумие. 24-24, как я говорил, да? 40-60, ну это очень легко запоминается. Так вот, 15-12. 16 шотов, 16-20. Если тепла будет, у него титосы будут унывать. Если тепла будет, у него титос, титасы будут унывать. 43 атаки, да это солидно. Плюс стрельба экспертная еще. Что с руки, что со стрельбы. Кстати, со стрельбы сильнее, ребят. 50% дэмэджа накидывает, а здесь только 30. Стрелять выгоднее, если стрельба есть. То есть стрельба бонуса дает больше. Тем более ты бьешь без ответки со стрельбы. Тем более золотой лук. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как это неприятно. Это просто, это так больно. Это так больно. Еще и лук золотой. Еще перед этим касты будут от каждого джина. Они там могут накастовать что угодно вообще. Там такой лютый дэмэдж. Не, ну дядьки, они серьезные. А он не ходит, он, посмотрите, у нас даже они идут он там навстречу к архангелам. Ну там кроме молитвы, там всяких штук разных есть. Там блес, блес хорошо зайдет, экспертный. Он будет 60 бить, да? Фу, может бешенство быть какое-нибудь, там вообще сумасшедший урон. Короче, там любой стак ваншот. Теперь только взрыва боимся, и взрыва не боимся. И взрыва тоже не боимся. Вряд ли. Нас же сами будет взрыв на самом деле. Мы же честь себе возьмем. Амана нам прибудет. Амана к нам прибудет. Единственное, что я же, наверное, туда не доеду к нему. Только если вот этим героем. Только если вот этим героем. Ну, это тоже герой неплох. Ты знаешь, без разницы вообще. Он также может... Он, кстати, туда и доедет. Он, кстати, туда и заедет. Он туда и поедет. Он пойдет атаковать. Он, да, он справа. Он там, там город, мы по просмотру смотрели. В общем, он туда и направится. А мы с вами... Можем ботинки вот эти, но это не нужны ботинки. Коробку надо глянуть. Ну там книга земли.
Насколько нужна, друзья мои? Барбоса захватит... Да, так тут 2400 движений. Но это хорошо, что мы его разогнали. Потому что здесь под логистики-то у нас нету. То есть мы в любом случае доедем до него. У нас здесь 2400 движения. Больше 2800. 2800, если надо, прыжок. То есть мы туда к нему заезжаем сегодня. Насколько опасно ЧД бить? Они не бессмысленны. Ради книги огня я бы не стал делать движение туда. Неинтересно абсолютно причем. Ну, то есть туда мы не поедем. Еще что, у нас есть замедление, кстати. Мы можем пробить вот эту тюрьму. Она выглядит хорошо. Можем эту тюрьму, можем сначала даже, ну, что угодно можно. Можно потом через эту тюрьму и вот это пробивать, друзья мои, если там маг, так вообще легко. Две коробки отсюда снять. Да, понятно, что мы не поедем уже. И верно, да хрен бы с ними. Не особо интересует нас. А вот что нужно взять, так вот этот таун-портал надо взять. Это шикарно. Вот книга земли, да, легко заберем. Завтра туда все привезем. Сразу давайте пока посмотрим героя, какого убрать. Ну, я думаю, что мы просто посадим вот эту девчулю домой. Там есть герой. Да, герой отправится на восход куда-нибудь. Сбегает он. Что-то такое лежит, не понимаю пока. Да, он справа 100%, мы смотрели там. Он, конечно, справа, по диагонали находится респаун. Вот здесь вот его респаун, вот здесь наш. Соответственно, нам бежать вот сюда к нему. Там город у него на выходе, я по просмотру видел. Да, зачем ты, зачем тебе это? Зачем, Константин, зачем? Это же опасно, они в титанов заедут. Они же ненавидят их. Зачем это надо вообще? Там есть 10 и 19. Чего ради? Чего ради? У меня все равно магии не так много. Маны, точнее. Взрыв есть. Зачем мне вот это? О, Санек. Здравствуй, друг мой. Приветствую тебя, красавчик. Дорогой. Саня. Смотрите, покажу вам кое-что. Пока не пугайтесь. Вот, смотрите. Дядя Титан приветствует дядю Сашу. Дядя Саша, как вам такой отряд наш мощный он? С моралью и удачей. С золотым луком. Со стрельбой экспертной и атакой. Экспертная земля. Есть взрыв еще, друзья. А там еще и с полпауэром он. Везется. Джон Крамер, доброе утро. Саня, 17, дядюшки Титана. Вон там еще книга земледелия. Если мы сегодня не приедем, там книга земледелия эти возьмем. И солнышко еще. Там фул набор, ребята, фул набор. Это фул набор вообще. Так-то, да, это сейчас сумасшедший тип. Анчелус, это... Дядя Титана, мы выращивали их просто на кабинете нашем. Причем у нас не было даже утопии домашней, но... Мы выходили, уже нас было 14. Выходили с респауна с этого, у нас было 14 титанов, Саня. Вроде как и ничего нету, да, мы еще захватили здесь. Здесь. Ламп накупили здесь тоже, банду огромную, но... Там афишка этот рынок. Ну и вообще грамотное использование героев своих. Мы собрали под мили весь респаун. Видишь, здесь все чисто. Чистенько. Чуть-чуть тут не побегали. А так мы выгребали просто все. Здесь позабирали. Здесь нам все просто вычищено. Кроме вот этого, походу, да? Бесятники и те позабирали. Здесь солнышко вывезли. А спать получилось? Ну, часа полтора, наверное. Два, может. Но это сумасшедшие. Да. Здравствуйте. Ну, поехали тогда. Ну, они поехали. Фух. Щелбана получили. Щелбана. Щелбан, конечно, лютый выдали. Так, дядюшка Аргайл, ты, конечно, лютый тип, понимаешь ли. Ну-ка. Это, по-моему, ваншот. Ваншот! Ваншот. Три тысячи вынимай. Вынимай. Бам! Крис Бамстед, да, друзья. Сюда его, кому он? Сумасшедший тип. Destroy them all. Да.
Просто 30 крякальников с удара. Ба! Бам-бам, Бигелоу! Похрен вообще, да, 12 титанов. Ребята, но скажите, где тот, кто нарезки будет делать? Где тот самый человек? Но почему тут такие в последнее время хайлайты, что просто это не, да нет таких стримеров даже. То, что я показываю, это такого нет. 30 бенведей космических, 17 титанов в пул наборе. Что вообще происходит? С победой, воины мои, красавчики.